Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Стефенсон, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем, человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие 3 года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной нише, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз, и займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории, например, Боинг. Империи рушатся, распался Советский Союз, но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась, как живет и работает Транссибирская магистраль, построенная век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, внося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. После сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложения в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективные дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам из своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Приветствую, дорогие друзья. Как меня слышно, как видно? По 10-бальной шкале оставьте 10 хорошо, 5 не очень, 1 плохо. Не хрипит ничего, у всех все нормально. Отличненько. Приветствую всех. Ну, давайте познакомимся. Меня зовут Андрей Хавратов. Кто впервые? Я являюсь руководителем фонда Skyway Invest Group. И сейчас я предлагаю, вот Николай нам помогает, заполнить сейчас, кто первый раз, кто второй более. Сегодня у нас будет интересный итоговый вебинар. У нас всегда последний день месяца, либо, может быть, первый, там, второй день следующего месяца, если попадает на вторник, на четверг или на субботу, мы проводим итоговую встречу ежемесячную, рассказываем новости, кто впервые, чтобы вы понимали, кто, может быть, давно не посещал наше мероприятие, чтобы вы тоже знали, где мы посвящаем время новостям, каким-то небольшим, скажем, таким вот информационным тренингом, небольшим от департамента многоуровневого краудинвестинга, потому что он является основным ведущим. И сейчас находится пока, скажем так, 4 человека, но мест 11 всего. И мы очень хотим, чтобы 7 человек вот уже после марта месяца, после поездки в
круиз, скажем так, по Персидскому заливу, который у нас намечен для менеджеров. Я думаю, что у нас еще пополнение будет от 3 до 5 человек. И кто входит люди в департамент на уровне краудинвестинга? Это, в первую очередь, люди, которые своей работой показали самые наилучшие результаты компании. И они уже работают на компанию, и мы их приглашаем именно в департамент, чтобы они поработали совместно для того, чтобы еще больше стратегически развить компанию, еще больше создать обороты, объемы и еще больше привнести вклад в развитие дела SkyWay и в мечту Анатолия Дарьевича Винницкого. Отлично, благодарю, дорогие друзья. 10,6%, но многие, я думаю, с мобильных приложений, поэтому вы голосовать не можете. Кто с мобильных приложений, только с компьютера, к сожалению, пока вот такие вебинары могут голосование проводить. А кто с мобильных приложений, либо планшет, либо телефон, пока, скажем так, вы не голосуете пока и не отвечаете на вопросы. Ну, закрываем вопрос, дорогие друзья. Так, закроем его, да? Итак, сегодня итоговый вебинар. Как я сказал, это небольшие тренинги и отчет работы от членов директоров департамента многоуровневого краудинвестинга. Он является ведущим департаментом компании, то есть основным, и любой партнер компании имеет возможность быть членом совета директоров департамента многоуровневого краудинвестинга. Второе новости. Третье. Сегодня мы посвятим много времени вопросам и ответам на наши вопросы, потому что иногда вебинары затягиваются, и у нас мало времени на ответы на вопросы. Сегодня я отвечу, час я целый выделяю, может даже чуть больше, на ответы на ваши вопросы. Поэтому готовьте эти вопросы, будете записывать, мне помогут Нелли Шереметьева, руководитель координационного отдела, и она также, скажем, возглавляет отдел, как вот раньше был отдел кадров, сейчас это модное слово такое английское, я никак его не запомню, не хочется мне его запоминать, но раньше это был отдел кадров, вот она, скажем, отвечает за кадры и, скажем, расстановку людей в фонде, которые у нас находятся в штате. Ну все, дорогие друзья, давайте начнем. Знаю, что есть тролли здесь, есть люди, которые сейчас начнут там такие вопросы задавать или фразы кидать. На ваши вопросы тоже я отвечу, так что не переживайте, вас удалять никто не будет сегодня. Итак, сегодня под итог октября и планы на ноябрь. Промоушен на отдых и обучение от СВИК в круизе по Персидскому заливу с командой СВИК. Новости сегодня вы узнаете и ответы на вопросы. Я повторюсь, ответы на вопросы. Сегодня я много посвящу времени ответить на ваши все вопросы, которые у вас есть. Я думаю, у вас даже вопросов таких нету, на которые есть ответы, скажем так. Потому что с одним дядечкой когда-то общался, он говорит, у вас нету столько ответов, которые вы не можете ответить. Ну, полчаса мы с ним поговорили, больше вопросов у него не возникло почему-то. Сегодня будем работать с вами я, Андрей Хавратов, руководитель фонда SkyWay Invest Group, Арманд Мурникс, Жамиля Джасусбекова, должен был еще Максим Исып. Максим Исып возглавляет сейчас в Украине компанию SkyWay Invest Group в Украине и компанию по инициации адресных проектов. Сейчас делегации едут то ли в Минск, то ли с Минска. Он мне позвонил, говорит, я сейчас на границе, говорит, у меня связи не будет. То есть сейчас решаются некоторые вопросы, и Максим сейчас делает вклад в развитие, скажем так, Украины по развитию как SkyWay Invest Group, SkyWay, вернее, да, так и SkyWay Invest Group, и также развитие и внедрение понятия многоуровневого краудинвестинга, не просто краудинвестинга, а многоуровневого краудинвестинга. Жамиля Жусубекова, она наш представитель по азиатскому направлению, все страны в Средней Азии, постсоветские страны, такие как Казахстан, Киргизстан, Киргизия, вернее, да, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. То есть это все, скажем, люди, все компании, все страны и все наши партнеры, которые работают в этих странах,
она курирует работу фонда именно в этих странах. Арнольд Мурникс возглавляет именно англоязычную аудиторию и представитель по англоязычным странам, ну, то есть страны, которые не бывшие СССР, скажем, да, весь остальной мир. И у него это хорошо получается. Все эти люди своей работой показали очень хорошие результаты и очень весомые результаты. За прошлый месяц, за сентябрь, Казахстан стал лидером и, скажем, страна, которая сделала объем больше 1 миллиона юнитов. Это очень радует и, ну, очень здорово, скажем так, потому что Казахстан сейчас движняк делает, ну, очень сильный. И Арнольд Мурникс работает во многих странах, у него большая команда. Сейчас я также был в Италии, мы общались с итальянскими нашими партнерами. Очень хорошо идет работа и очень радостно, как сейчас в Италии начнут развиваться другие страны, испаноязычные, португалоязычные, итальяноязычные, скажем так, потому что есть еще страны, которые тоже разговаривают на итальянском. Поэтому сейчас я вначале хотел бы дать слово Жамиле Жусупбековой. У нее сейчас немножко больше времени, чем по Москве, на 3 часа. У нее 22.16. 20, 21, 22.16. Чтобы она сейчас быстренько, потому что Жамиля работает допоздна. Жамиля, как ты? Подключишься? Слышно меня? Здравствуйте. Здравствуйте всем участникам сегодняшнего вебинара. Очень приятно, что мы, как всегда, вот собрались подводить итоги месяца. И, как Андрей Федорович сказал, в прошлом месяце, в сентябре, мы были первой страной, кто сделал оборот, объем 1 миллион юнитов. И, конечно, хотелось бы удержать этот объем и в этом месяце. Но в прошлом месяце завершался 9-й этап, как вы знаете, и это было мощным стимулом для того, чтобы вот мы смогли вот в прошлом месяце закрыть объем 1 миллион юнитов. В этом месяце немного меньше, где-то на 30% меньше, но все равно радует, что у нас сегодня есть стабильно работающие структуры, есть уже команда лидеров, менеджеры, которые уже целенаправленно ведут работу в SkyWay. И мы понимаем, что это в ближайшее время самое большое направление в бизнесе, потому что на самом деле мне хотелось особенно обратиться к тем людям, кто впервые сегодня, да, 10% слушателей сегодня впервые нас на вебинаре. И я вас поздравляю с тем, что вы в нашем бизнесе, наверное, вы недавно, если первый раз, да, и вы вступаете в бизнес, который в ближайшие годы будет самым престижным, можно сказать, самым, этот, про наш бизнес будут говорить все, потому что мы зарождаем новый вид транспорта, мы участники этого, и нас всех это мотивирует работать в этом проекте. Мы, народ, простой народ, впервые участники вот такого огромного движения по всему миру. И прошлый месяц, последние вот месяцы показывают, что сегодня по-настоящему профессионально вступают уже другие страны. Очень отрадно видеть результаты. Вот как подключаются такие страны, как Оман, Италия, в Индии начались движения. То есть уже мы не одни, и чувствуется общий дух SkyWay по планете, можно сказать, шагает. И самое главное, нас всех радует то, что мы уже видим результаты своего труда. Вот перед началом вы сейчас видели ролики, где идет сертификация нашего транспорта, и это уже не как в прошлом году, да, просто рисунки или модели, это уже настоящие промышленные образцы, и мы участники этого.
Хотелось бы остановиться на том, как мы работаем сегодня в Казахстане. У нас ведущих два города, которые делают самые большие объемы, это Алматы, Астана и стабильно еще третий город, это Атырау. И именно самое большое количество менеджеров находится вот в этих трех городах. И уже мы не в одиночку, да, это уже коллективы большие лидеров. У нас поставлено обучение в офисе. Каждый раз, когда приходят новые люди, мы стараемся сделать свой офлайн мастер-профи, где мы учим людей, значит, что такое вообще сетевой маркетинг. И в этом плане, что такое первый многоуровневый краудинвестинг Skyway, да, наши преимущества. А преимуществ у нас на самом деле очень-очень много. И здесь легко работать, потому что вообще по системе компаний, которая сегодня преподается у нас и онлайн на мастер-профи, мы уже получаем настоящие профессиональные знания. И каждый раз, вот очень скоро будет уже мастер-профи 6, каждый раз после окончания мастер-профи к нам подключаются уже профессиональные люди, которые хотят работать только в нашем бизнесе. И вот каждый месяц, по итогам месяца, когда подводятся результаты вот по статусам, очень много у нас сейчас консультантов постоянно новых, очень много людей, кто уже стопроцентно убедившись, да, что мы делаем историю вот нового транспорта, мы делаем новую профессию, люди уже смело подключаются и работают с нами. Вот, во-первых, мы обучаем в офисах, как правильно работать. Далее, для каждого новичка, как план, как обязательство, это сделать первый статус агент. Вот пришел человек, вот мы стараемся показать ему, что он, что, кто такой агент, это уже квалифицированный человек, да, и, ну, раз появляется много агентов, соответственно, и идет, появляются новые статусы консультантов и так далее. Сейчас мы в декабре месяце собираемся сделать первую школу, где выездную школу, где на 3 дня в хорошем санатории будут обучаться со статуса консультанта и выше, потому что территория Казахстана большая, хоть не так многолюдна, например, как Россия, да, нас 17 миллионов, но тем не менее, вот из-за того, что у нас большие территории, города-миллионники вот в разных местах, да, вот Караганда, Алматы, Астана, вот мы сейчас собираем оттуда людей, кто профессионально будет работать, и делаем первый 3-дневный семинар, мы будем там жить, учиться и узнавать друг друга, знакомиться ближе друг с другом, и поэтому вот такие планы мы наметили сейчас на ближайшее время, да, на декабрь месяц. А дальше я бы хотела поделиться и таким опытом, что мы сегодня лидеров каких-то городов делаем хороший промоушен в другом городе, да, и направляем на общие семинары, на общие, ну, на большие конференции вот друг другу в другие города. И это тоже дает хороший стимул людям, да, что это право выступать в новом городе, право представлять, значит, свой город, откуда приехал, свою команду. Вот такой опыт тоже сегодня, ну, утверждает статус лидеров, да, в команде.
Вот. И, конечно, еженедельные, каждую субботу. У нас сегодня в Казахстане 8 офисов, да, вот в каждом офисе большие презентации проходят. А то, что ежедневно, тоже в каждом офисе у нас есть специальные дежурные лидеры, которые отвечают за, допустим, какой-то день, и ежедневно они проводят презентации вот в каждом офисе. Мы не останавливаемся на этом. И сегодня мы учим людей, что очень ответственно лично самому. Вот первоначально у нас было так, что спонсоры помогали, да, и как бы сами партнеры часто на доверии работали, да, а сейчас мы говорим, что переходим уже на, как бы на другой этап, когда даем каждому ответственность, ну, почувствовать ответственность и знать, что это личный кабинет, это его как бы личный банк, это личные ценные бумаги, да, да, это доли, и чтобы вот больше уделяли внимание персонально своему кабинету. Ну, у нас в Казахстане, знаете, любят работать офлайн, редко, ну, посещают вот все равно онлайн-вебинары, и поэтому мы чаще стараемся собираться вот на земле, как говорят, да, больше работать вживую, встречаться. И сейчас у нас еще появилась такая идея, мы ее готовим из числа творческих людей, которые уже партнеры в нашей компании, из них создать вот свою концертную агитбригаду, и вот она будет, уже готовим афиши, плакаты, и во время концерта мы будем уделять минут 20-30 именно компании Skyway Invest Group, возможностям, о том, что простой человек может сегодня получить уникальную возможность быть совладельцем новой транспортной технологии. И вот эта вот идея сейчас очень хорошо готовится нашими активистами. Вот, и очень скоро мы и об этом, наверное, уже будем как опытом делиться, рассказывать. Вот. А вообще, творческих людей у нас в команде уже очень много. Это уже и известные артисты, вот, и они нам помогают. И, в общем, идей двигать Skyway все, ну, новых идей все больше, потому что нас становится больше, и каждый, ну, стремится, чтобы хотя бы 15% населения уже точно знали про наше движение «Новый транспорт» Skyway. Но в целом итоги месяца этого нас тоже радуют, потому что, ну, Казахстан сделал объемы меньше, чем в прошлом месяце, но тем не менее мы еще впереди и думаем, что над этим мы будем работать всегда, чтобы мы не падали в объемах. Андрей Федорович. Да, я здесь. Угу. Благодарю, Жамиля. Хоть и, Лариса, объемы упали, да, в Казахстане, тем не менее, Казахстан — страна номер один. И уже полгода. Да. Да. Больше полгода, Андрей Федорович. Больше, чем полгода. С марта месяца, кажется, да? Или март, или апрель. Я не помню, да? Да. Поэтому это здорово, и, нет, конечно же... раньше. Раньше, да? Угу. Хорошо. Благодарю, Жамиля. Хорошо. Алло. Ты тогда микрофончик потише сделай, чтобы не...
не жился. И, конечно же, успех Казахстана, как вот сейчас идет успех Италии, мы прослеживали, почему. Вот в России и в некоторых странах, вот в Беларуси, я знаю, также люди перешли работать в онлайн, говорят, я не хочу работать в офлайне, и так далее, встречаться с людьми. И за счет этого, ну, скажем, конечно же, благодаря интернет-маркетингу и благодаря тому, что огромное количество людей работает в интернете, у нас подключились другие страны на других континентах, даже скажем так. И сейчас у нас уже активно развивается даже Южная Америка. И я думаю, что отчет за ноябрь месяц мы скажем, какие страны Южной Америки у нас сейчас подключены уже, и страны Африки. И сейчас идет предоткрытие Индии, и все благодаря, конечно же, работе в интернете и благодаря тому, что наши россияне, которые вообще русскоговорящая аудитория, которая имела приоритетное такое право получить возможность первым узнать об Skyway, понесла, скажем, информацию о Skyway в другие страны. Вот сейчас в Италии, когда я был, был один человек, которому... Скажем так, когда 3 года назад или 3,5 года назад он сказал, я это слышал, а ему сказал тот человек, которого пригласил, почему ты не пришел тогда, 3,5 года назад, он говорит, ну это русские рассказали, я как-то вот к ним, ну не думаю, что в России что-то может быть хорошее. Но когда уже итальянец этим занимается, когда он рассказал обо всем об этом, человек пришел в бизнес к нам. Поэтому видите, какие вообще интересные моменты происходят. Но тем не менее, работа Казахстана, она идет, ну скажем так, из уст в уста, как говорят, от сердца к сердцу. Да? Когда мы приходим домой, приглашаем своих знакомых на кухне, мы пьем чай, кушаем там печенье, пирожное, общаемся мило. И таким образом очень быстро люди осознают и понимают, что действительно это возможность Skyway, которая бывает раз в жизни. И люди воспользуются этой возможностью, потому что когда работа идет вот таких вот в теплом круге знакомств, когда люди, скажем, знакомые знакомых рассказывают об этом, конечно же, бизнес растет гораздо-гораздо быстрее. И тогда, скажем, финансирование компании идет более стремительно. Также фактор, конечно же, срабатывает еще большой, и то, что развитие идет в других странах, то, что у нас ЭКО, те все, кто были в ЭКО-технопарке в июле месяце, посетили его и видели эти кадры, когда мы видим, что сейчас проходит сертификация, сегодня новости вы узнаете по сертификации, по другим направлениям, то, знаете, вот когда 3,5 года назад нам говорили, что даже мне говорили, Андрей, говорит, ты что, опустился до такого уровня, что людей разводишь вот на такие вещи, это же нереально, это же невозможно. Вы будете делать 10 лет, и у вас ничего не получится, вам никто не даст это сделать. Но тем не менее, видите, мы построили. Ну, не мы построили, построил Skyway, но мы помогли. Огромное количество людей сегодня у нас в фонде Skyway Invest Group уже больше 360 тысяч человек. Больше, чем 170 стран мира. Поэтому, дорогие друзья, мы показали, что проект народный Skyway, он действительно становится народным, и огромное количество людей входят не только русскоговорящая аудитория, а сегодня на многие языки мы переводим. У нас сейчас открылся, скажем так, отдел переводчиков. И все, кто видел наши объявления, мы набираем переводчиков. Сейчас одна из задач, мы хотим в течение полугода перевести на все языки, самые популярные языки, которые есть в мире. Вот самые такие вот основные языки мы хотим перевести. Это порядка где-то 30 языков, чтобы, так как у нас в этих странах, которые носители этих языков, есть уже партнеры, не просто инвесторы, а партнеры, которые очень сильно хотят, скажем, реализовать это направление в своих странах. И то, что сделает, конечно, Казахстан, и Жамиле Джусубековой огромный поклон. И вы знаете, некоторые говорят, что ну, это же Казахстан, у них клановость, вот благодаря этому и у них растет бизнес. Но я хочу сказать, пока не было Жамиле Джусубековой и вместе с ее супругом, потому что он так вот как в тени вроде бы находится, но он делает огромное количество работы для того, чтобы
тот результат, который сейчас есть в Жамели, он был. И вот какой интересный факт, что полтора года, пока мисс не было Джамили Джусубекова в Казахстане, почему-то клановость Казахстана, она не влияла на то, чтобы был рост. И вот в январе месяце 2016 года мы увидели, скажем, что идут рост объемов по Казахстану, и уже через 3 или 4 месяца мы познакомились с Жамилей, и я очень рад тому, что она согласилась, скажем, возглавить это направление по Средней Азии и поддерживать все страны и людей на этом, скажем, на этой территории для того, чтобы нести правильную информацию о Skyway и о Skyway Invest Group. И вот теперь Казахстан уже практически почти год, наверное, 10 месяцев, я думаю, да, даже не полгода, а почти 10 месяцев лидирует номер один по объемам. Поэтому, дорогие друзья, из других стран, скажем так, нужно понимать, что результат Жамили – это вот эта работа из уст в уста, от сердца к сердцу, дома на кухне. Потому что, как она сказала, действительно, они очень мало работают в онлайне, они очень много работают в офлайне, дома на кухне. А потом уже в офисе проходят школы и все остальное. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к партнерам, которые хотят стремительно и быстро, вот как Жамиля, развить бизнес. И я, конечно, не считал, наверное, в ноябре месяце я посчитаю, сколько, скажем, Казахстан сделал за эти полтора года, когда Жамиля начал возглавлять сначала как лидер Казахстана, ну, с января 2016 года, и получается будет два года в январе 2018, какой объем проведен. Я думаю, что там больше 6 миллионов, наверное, объем сделан именно по Казахстану и его среднеазиатским территориям, которые она курирует. Поэтому, дорогие друзья, если такой человек, как Жамиля, это может сделать, то могут и другие люди сделать, более молодые, более целеустремленные, наверное, они могут еще более стремительный результат сделать. Я сейчас вот хочу... Андрей Федорович, 7 миллионов. 7 миллионов мы сделали. 7 миллионов. Ну, вот, да, вот я почти 6 сказал. Да. Почти угадал. 7 миллионов, даже чуть больше, сделали за эти два года. Можно сказать, это, дорогие друзья, очень серьезный момент, потому что каждый партнер у нас, он создает и строит свой собственный бизнес. Мы обучаем, как собственный бизнес строить в рамках нашей корпорации, в рамках нашего холдинга. И в ноябре дам слово обязательно Петру Жалбе с Италии, который молодой парень, за год с небольшим, абсолютно не имея опыта в системе многоуровневого бизнеса, сделал со своей командой в Италии тоже просто колоссальные объемы и вышел на колоссальный доход. И все благодаря тому обучению, которое тогда получили на мастер-профи. Это наше обучение, такое вот считается топовое, где мы готовим суперпрофессионалов бизнеса многоуровневого краудинвестинга. Ну а сейчас я хочу дать слово Арманду Мурникс. Немножко рассказать о нем. Так, где у нас тут Арманд? Он является членом совета департамента многоуровневого краудинвестинга, директор Global Transnet UK, лидер Transnet Group Великобритании, частный инвестор и акционер Skyway, топ-менеджер компании SWIC и выпускник, естественно, тренинга Master Profi. Он один из немногих, который прошел первую школу 3,5 года назад, назывался APIC, то есть образовательный курс инвестиционного консультанта, образовательная программа инвестиционного консультанта. Тогда только появился Skyway, и я в Skyway был директором по образованию. Анатолий Дарчуницкий меня пригласил тогда в компанию, и мы провели тогда первый тренинг двухмесячный. Он был два раза в неделю или три раза в неделю у нас. И APIC назывался — образовательная программа инвестиционного консультанта. И вот тогда я сказал такую интересную вещь. Нас обучалось тогда 650 человек обучалось у меня. Ну, как записались, ходило постоянно где-то около 200. Я сказал, что вот если среди вас найдется один человек, который поймет все, что я сейчас говорю, и то, какие перспективы нас ожидают, то вот с этим человеком мы разделим финансовый пирог в абсолютно новом тренде. И Арманд, когда сказал, что когда я услышал вот это, я сказал, я буду именно этим человеком.
Вот сейчас я хочу сказать, что то, что делает Арманд, дорогие друзья, и с теми людьми, которыми он встречается, это миллиардеры, мультимиллионеры, банкиры, люди, которые входят, скажем, в группы финансовых кланов, и как он с ними общается, какие он рассказывает им и говорит перспективы, у них, как говорится, волосы стоят дыбом, и они говорят: «Арман, ты где всему этому научился? Ты где, так, знаете, вот, грубо скажу, говорят, ты где наблатыкался всему этому, да?» И Арман говорит: «Я обучаюсь именно вот с КВ Инвест Групп, Академии частного инвестора, у Андрея Хаврата». Естественно, Арман прошел очень много тренингов самостоятельно еще у других бизнес-тренеров, американских, европейских, английских, британских, и имеет этот колоссальный результат, потому что он вкладывает много денег и времени в обучение. Естественно, это обучение дает ему колоссальный результат. Ну и хочу сказать, что по итогам и сентября, и октября месяца на сегодняшний момент, да, Арманд является первым чеком компании. То есть, если взять вот 30-ку чеков компании, самых высоких, самый минимальный чек в компании, это $2500 из этих 30. Десятка чеков – это люди, которые зарабатывают больше $10,000. И вот Арманд является первым чеком компании. Я хочу сказать, что этот доход превышает больше, чем в 30 раз, когда он познакомился со Skyway и работал тогда в отельном бизнесе. И какие-то искал себе возможности, какие-то ли надежды. И даже, наверное, познакомившись со Skyway, не думал, что так круто за 3,5 года изменится его жизнь. Он сможет стать директором Global Transact UK, топ-лидером компании Skyway, топ-менеджером, вернее, да, топ-лидером, и иметь такой колоссальный результат. Но сейчас я даю слово Арманду, он расскажет под итог октября, потому что в октябре они много где поездили, сделали много работы. Арманд, ты как, подключишься? Всем привет, как меня видно, слышно? Андрей, под 10-бальной нормально? Отлично. Ну что, друзья, вот и еще один месяц пролетел на порядок к тому уникальному моменту, когда все мы услышим, что 15-й этап завершился. На самом деле, благодарю Андрея Федоровича за такой промоушен, всегда приятно слушать. И на самом деле каждый раз, когда я слушаю, я так вспоминаю и думаю, а мог бы я начать заново? И знаете, наверное, мог бы. Потому что недаром говорится, да, когда ты научился, в принципе, ты можешь это повторить. Ты можешь выйти и сделать заново те же действия, те же успехи, которые ты уже получил. Поэтому, в принципе, моя заслуга в том, что, наверное, просто брал и делал. Так вот, начну с первого. Я очень хочу поблагодарить всю мою команду. Я хочу поблагодарить каждого из них, который заставляет меня быть, наверное, знаете, как говорят, таким заводным. Да? Ты сам не двигаешься, если ты сам не показываешь вот это направление, этот вектор, да, эту энергию, если ты сам не, скажем так, не применяешь, да, для того, чтобы сам рос, то и твоя команда, в принципе, она будет точно так же сидеть, сложа руки и ждать, когда же там манна с неба упадет, да. И также Жемелья, которая выступала, я всегда поражаюсь о том, что ну, как тебе это удается? Ну, я уже полмира захватил, понимаете, полмира, и не могу достичь тех результатов, которые делает Жемелья. Поэтому, Жемелья, низкий поклон, респект и уважуха, как говорят. Вот. Но своей команде хочу выразить отдельную благодарность, потому что в этом месяце они действительно остались одни на своих местах. У меня были на то веские причины. И как я вижу, вот приехав, я вижу то, что я здесь все равно вижу тех лидеров, которые не оставили этот
этот офис, не оставили это дело. То есть они и действительно результаты, они, да, они спали по сравнению к предыдущему месяцу, но все равно они находятся на очень хорошем уровне. Хочу отметить таких людей, как Милу, Аннетта, Мади, Аллена, сейчас у нас Манджула подключилась, человек, с которой имеет опыт именно вот, так, как это, такс, с налоговыми, да, поэтому она 20 лет отработала в налоговой для того, чтобы прийти и делать бизнес с нами. Ну, в общем, это очень круто. Также, Андрей Федорович, вы сказали о том, что мы ездили, да, действительно, первая выставка это была, вы, наверное, все следите там за анонсами, да, что происходит. Выставка была в Италии, где благодаря Петру и его команде, Алсу, ее команде, то есть была сорганизована именно выставка. Мы выступали там, именно представляли технологию, то есть эта выставка была направлена как раз на железнодорожный, скажем так, сегмент рынка. И что очень интересно, это все было организовано президентом торгово-промышленной палаты Италии. Так вот, мы очень ярко увидели один такой момент, что все люди, которые имеют понимание вообще в этой отрасли, они все подходили к нашему стенду, показывали на эти ездящие унибусы и говорили: ребята, это будущее. Это будущее нашего города, нашей страны, это будущее ближайших стран, это будущее всей индустрии, именно вот этой вот железнодорожной индустрии. И знаете, когда в очередной раз, проводя презентацию своим друзьям, знакомым, повторяясь, да, и когда они мне говорят то, что Арманд, это не поедет, да, потому что у меня есть такое там понимание в области физики, и это просто не может работать, то, ну что я могу поделать? Ну, значит, не для него это. Ну, закрыт человек. Знаете, вот есть люди, которые ставят себе блоки, да, они закрыты, и любая информация, которая проходит, она просто не просачивается к этому человеку. Второе, мы были на выставке в Индии. И очень приятно, я сейчас покажу, очень приятно, вот рядом со мной, видите, так, как вот так сделать, да? То есть это газета за 11 октября 2017 года, называется Indian Express. И, друзья, как приятно открывать газету, да, страницу о технологии, видеть наши летающие юнибусы, юнибайки. Также вторая газета, тоже на целую страницу расписана нашей технологией. Это Financial Express. Кстати, я узнал в Индии, что это самая популярная газета среди именно финансового мира. И действительно, это вот дух захватывает, когда ты занимаешься чем-то, что, знаете, публикует в таких газетах, а это, ну, я вам могу сказать, да, я прожил в Лондоне очень долгое время, относительно, да, то есть почти 5 лет, и такая газета, как Financial Times, то есть она каждое утро попадает на стол к тем людям, которые, скажем так, находятся в этом финансовом секторе. И туда просто так что-то не пишут. То есть туда пишут действительно такие вещи, которые очень серьезно могут повлиять на рынок недвижимости, на рынок финансов, на рынок сырья, да, и так далее. То есть это действительно такой прорыв. Я считаю, что это действительно прорыв, это победа, пусть маленькая, но она все же есть. И еще один момент, на который хотел бы обратить ваше внимание. Вот представьте, давайте окунемся в 2014 год, да, или новенький, который вот сейчас слушают нас. Вот вспомните тот момент, когда вы, ну, скажем так, вы знаете, да, что что-то в мире происходит, но как-то информации нету, да, потом вы открываете газету, да, и там именно пишут, но
насколько приятно, когда это пишут именно о той технологии, которую ты продвигаешь, в которую никто не верил, и сегодня это действительно уже становится, знаете, как говорят, сказку сделать былью, да, действительно, Анатолий Эльдарович Юницкий, скажем так, собрав весь свой жизненный опыт, то есть он действительно пришел к тому, что он создает вот этот вот поток людей, тех, скажем так, окружения, да, которое его окружает, для того, чтобы он реализовал ту мечту, которую он вынашивал 40 лет. То есть это действительно просто, ну, просто суперски. Также на одной из выставок мы познакомились с организатором выставок из Турции и Стамбула именно. И что они такое интересное сказали, извините, они сказали о том, что, значит, в Стамбуле сейчас государство, это государственный проект, который сегодня ищет, как построить 7 тысяч высокоскоростных дорог и 4 тысячи городских дорог, именно железной дороги, да, до 2023 года. То есть это целый такой государственный план. И у них для этого выделено 45 миллиардов долларов. Они нас пригласили на следующую выставку, которая будет в 2018 году. И в 2019 году, то есть они пригласили нас посетить обе выставки. Я уверен, то, что придет тот момент, когда действительно вот такие вот большие заказы государственного масштаба будут именно приходить Анатолию Эльдаровичу Юницкому на стол, и он будет принимать решение, будет он с ними работать или не будет работать. То есть все зависит от того, насколько честные чиновники, насколько они лояльно относятся к тому, чтобы действительно поменять что-то в своем там городе, стране и так далее. Да? И действительно уже не так, мы будем ходить и попрошайничать, а именно они будут приходить и становиться в очередь. Так вот, осознавая весь этот масштаб, друзья, на самом деле так легко делать бизнес. Все, что вы делаете, вы просто приходите к человеку и вы говорите о том, поменять что-то в своей жизни. У меня есть инструмент. И расскажите, что за инструмент. Больше ничего не надо. И вот каким-то вот таким вот способом, как Андрей Федорович уже сказал, да, ни я, ни Петру, мы не имели никогда никакого вообще понятия о многоуровневых бизнесах, да, но здесь я увидел не то, что многоуровневый бизнес, а здесь абсолютно новое направление, направление многоуровневого краудинвестинга. То есть то, что в принципе дает пользу каждому человеку, который пользуется тем или иным продуктом. Поэтому, друзья, я вас всех поздравляю, что вы находитесь здесь. Я хочу сказать, что запомните этот день. И если вы, даже не если, а когда вы просто изучите материал, когда вы поймете вообще, какая информация вам сегодня попала в руки, самое главное ее применить. Еще момент, который я хотел бы немножко затронуть. То есть у нас сейчас намечается ряд мероприятий. Одно из них это будет в Лондоне, поэтому, друзья, все, кто имеет друзей, знакомых, родственников в Лондоне, то есть, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки, и они вам дадут наши контакты для того, чтобы мы вас добавили в чаты, да, чтобы вы были постоянно в этом информационном потоке. Также у нас скоро будет баннер, и вы нас можете, скажем так, найти и связаться с человеком, который это все организует, и ваш человек или там знакомый, родственник, близкий, то есть он сможет попасть на эти встречи. Также есть один из планов, это Швейцария, но сейчас по Швейцарии мы ведем, скажем так, работу по поводу того вообще, кто туда поедет, насколько, кто будет спикерами и так далее, потому что, простите, в самолетах летаешь, и вот этот кондиционер просто убивает.
Так вот, соответственно, мы сейчас прорабатываем, да, кто туда поедет, но есть возможность, что я буду именно там. Также, друзья, планируется Австралия, то есть Австралия, Перт, это, кстати, австралийцы сегодня просто показывают удивительные результаты. Хочу, Андрей Федорович, воспользоваться моментом, да, вот из топ-10, 5 стран все-таки уже европейских, то есть, ну, не европейских, а англоговорящих, соответственно, как-то 50 на 50 идем, вот, уверен, что сделаем все, чтобы были лучше и круче. Так вот, это Австралия, то есть она будет 25 числа, 25 ноября, опять же, следите за информацией на сайте. Также планируем еще ряд стран, но эти страны сейчас в разработке. Опять же, ищем лидеров, кто может там собрать людей, потому что сами понимаете, что нету, ну как сказать, нету смысла ехать, если там ничего не организовано. Потому что есть действительно сегодня очень много лидеров, которые, скажем, ну, готовы сделать все для того, чтобы и людей собрать, и сами как бы полную ответственность несут за это. Что касается по поводу крупного инвестора, Павел пишет, крупный инвестор подписал договор, этот договор находится у Анатолия Дарьевича Юницкого, одна копия, у него вторая копия, ну а дальше ждем как с банками. То есть банки, они, ну, они делают свое дело. То есть, наверное, не просто так. На самом деле, мне очень понравилось, как Андрей Федоров сказал, есть такое подозрение, что просто крупный капитал не запускают в этот проект. То есть, это именно предназначено для людей. То есть, возможно, это действительно так. Так вот, напоследок, что вам могу сказать. Люди, которые молодые, которые сегодня без понимания вообще, вот он закончил университет, вот куда дальше двигаться, что делать, какую профессию брать. Ребята, сегодня не нужно думать о том, какую профессию вам лучше изучить для того, чтобы получать зарплату. Сегодня интернет, он просто переполнен информацией о том, как деньги делают деньги. Все, что вам нужно сделать, это изучить 8 правил частного инвестора, понять, что такое активы, что такое пассивы, как создаются активы, что такое высокорисковые, среднерисковые, низкорисковые инвестиции, как их, скажем так, отбирать для того, чтобы вы сегодня могли создать себе пассивный доход и заниматься тем, что вы любите. Я всем вам желаю заниматься только тем, что вы любите, то, что вам доставляет удовольствие. И когда вы будете это делать с полной отдачей, друзья, никогда в жизни вы не будете работать на деньги, а вы будете работать на себя. Вы будете делать то, что вы любите, то, что вам нравится, а деньги – это будет просто сопутствующий инструмент. Желаю вам всем много-много-много зарабатывать, но делая то, что вам нравится. У меня все. Спасибо, ребят. Благодарю, Арманд. Есть один момент, ну, так как и сыпа Максима нет, тогда я скажу еще раз, донесу некоторую важность информации. И, может быть, сейчас есть инвесторы, которые хотели бы получить больше там информации о Skyway, о том, когда пройдет сертификация, когда уже же наконец-то можно будет продать акции по $1, ну и так далее, и так далее. Я к этому подойду и отвечу на эти вопросы, если они будут. Хотя я уже отвечал не раз на эти вопросы, и целый вебинар был посвящен, когда уже акции можно будет продать по $1, есть записанное видео. Но тем не менее хочу сказать, дорогие друзья, вот одну важную вещь. Сейчас вот пока Арман говорил, я читаю статью, как же она называется сейчас. Ну, она здесь больше такая вот, Россию готовят к валютному голоду, власти пошли по кризисному сценарию. Но в этой статье очень интересный момент написан, что сейчас крупные финансовые императоры опускают и Европу, и Америку в том числе, полностью регулируя финансовые рынки.
Вы представляете, горстка людей, там десяток-двадцаток семей мировых таких вот элит в мире, они полностью контролируют финансовую систему и в большей степени, скажем так, делают некоторые такие моменты невозможными для того, чтобы евро росло по отношению к доллару, оно сейчас будет опускаться. И, соответственно, есть такая, в валютном рынке есть такая тенденция, когда, так как евро-доллар есть пара, это такая прямая котировка, есть обратная котировка, это уже, ну, допустим, доллар-рубль или там евро-рубль, да, через котировку прямую евро-доллар. И вот, когда, естественно, опускается евро по отношению к доллару, да, то, соответственно, рубль зависит от евро. Ну, чтобы вы понимали, у меня есть вебинар целый, да, что доллар – это такая вот узаконенная финансовая пирамида в мире, где доллар – главенствующая валюта. У него в первом уровне есть 4 валюты, одна из которых валюта, такая вот убежище, резервная валюта, да, ну, которая сегодня уже полностью зависит от доллара, это франк швейцарский. А три валюты, которые разделили весь мир. Евро – это полностью вся Европа, и в том числе и Россия, и Украина, и все страны европейские под евро сидят. И вот любой валютообмен рубля на доллар, рубля на рубль, гривны украинской на доллар, на рубль, там на фунт, без разницы, да, зарабатывают евро и зарабатывают доллар. Если же там фунт еще участвует, тогда зарабатывают и фунт. Следующие страны британского содружества, в том числе Индия, это фунт, скажем, под ним, под фунтом, да, эти валюты, и ее иена японская, под ней Азия вся, в том числе и китайский юань. И вот так вот они разделили мир. Ну, а франк швейцарский, как вы знаете, такая вот, ну, валюта-убежище такое вот. Хотя, когда Швейцария полностью открыла счета по доллару, и Швейцария славилась тем, что был секрет вкладов, да, и не раскрывали, чьи вклады, то они раскрыли все вклады в долларах, и поэтому после этого Швейцария перестала быть вот такой вот банковской гарантией, страной банковской гарантии. Вот здесь какой самый интересный момент вот в этом во всем, то, что я сейчас прочитал, по кармам говорил, да, что ожидается, ну, тенденция понятна, кто посещал мои вебинары в Академии частного инвестора еще 2 года назад, посмотрите, в записи я говорил о том, что грядет экономический коллапс, и вот эта финансовая пирамида, выстроенная на валютных махинациях, я считаю это так, узаконенных валютных махинациях, где во главе стоит американский доллар, она может накрываться медным тазом. Поэтому для спасения американского доллара необходимы войны, и желательно геополитические войны, крупные войны. Поэтому, скажем, Европу втягивают все всякие конфликты, связанные то с Каталонией, то с соединением Шотландии, то каким-то греческим кризисом экономическим, итальянским кризисом экономическим 2 года назад, ну и так далее, и так далее. Да? Но я к чему это подвожу, дорогие друзья? Прочитав вот это, есть небольшой намек такой, потому что, кто опять же смотрел мои вебинары, есть цикличность, каждые 10 лет происходят кризисы. Ну, на моей истории было несколько кризисов. Это кризис, скажем, ну, мы его не ощутили, но в мире он был в 88 году, потом в 98 году, потом в 2008 году. И сейчас мы приближаемся к 2018 году, и критической точкой может быть август 2018 года, когда происходят все кризисы. Ну, все кризисы происходят почему-то именно в август, я проанализировал. Они были в 98-м, они были в 2002-м. Серьезный такой кризис был для постсоветских стран. Это был потом кризис 98-го года, вот 18 августа. И вот один в один, 18 августа 2008 года, произошел экономический кризис такой, да, ну, уже коллапс такой больше экономический такой, да, мировой. И многие успокаивают, что нет, да, все нормально, не будет так вот, как было в 2008. Но что я заметил по новостям, дорогие друзья, что когда успокаивают, когда говорят, что все круто, да, то, ну, нужно к этому прислушаться. Я к чему это все говорю, чтобы вы понимали? Вы имеете сегодня, если вы даже инвестор, в руках уникальный шанс. Я это называю бизнес-возможность, которая бывает раз в 100 лет. И любой экономический кризис, который может быть в мире, он только может быть нам на руку. Нам с вами, партнером Skyway Invest Group. Почему, дорогие друзья? Посмотрите.
Если говорить по глобальным таким вещам, я хочу просто, чтобы вы понимали в глобальном смысле слова, что такое Skyway и почему только то, что вы сегодня поддерживаете Skyway и имеете возможность стать дольщиками, акционерами компании за практически маленькие деньги, то, что будет скоро стоить миллионы. Ну, простой пример, если вы сегодня держатель 1000 акций Skyway, то в течение 30 лет, может быть через 20 лет, может быть через 30, ну, может быть и через 50, но я думаю, что если наступит тот кризис, коллапс экономический, который вот сейчас прочитал, это как вот первый такой сигнальчик маленький, потому что я давно на финансовых рынках и читаю статьи, и вижу некоторые финансы в этих статьях, особенно которые так вот пишут, знаете, вот нужно уметь читать между строк, намеки на то, что будет в ближайший год-полтора. Ну, то есть, скажем, тот, кто получит такой опыт, как я получил за эти 20 лет, вы сможете точно так же видеть, читать между строк вот эти намеки. Да? Так вот, что получается, интересный момент получается, что в эти сейчас предкризисные ситуации всегда происходит такой вот серьезный как бы экономический взлет, рост зарплат. В общем, как вроде бы все-все-все стабилизировалось. Обычно за год, за полтора до этого начинаются вот такие интересные моменты. Как вроде бы все забыли уже кризисы, потому что мозг человека, почему-то память человека, она быстро забывает. Вот человеку дай полгода хорошую зарплату, да, там кредиты, в общем, все-все-все, чтобы жить хорошо, и почему-то он за полгода забывает, что было там 10 лет назад. И вот... Опять же, к чему я это говорю? Послушайте очень внимательно. В наших руках с вами уникальные инструменты для того, чтобы уйти от влияния мирового коллапса на вас и быть всегда на гребне волны, которая будет только давать положительный результат в финансах и в росте ваших активов. Это компания Skyway. Почему компания Skyway, дорогие друзья? Вот послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Еще за всю историю, вот, по крайней мере, 20 века, там, за последнюю вот, историю, финансовую историю там, трех столетий, скажем так, которую я просматриваю. Если кто-то смотрел, мы рекомендовали фильм «Тюльпанная лихорадка» посмотреть. Да, вот, когда в 17 веке, или 18, да, 1700 какой-то год, когда первый надутый пузырь такой был, да, когда за луковицу тюльпана можно было дом купить. А потом оказалось, что эта луковица тюльпана вообще ничего не стоит. То есть вот этот надутый пузырь был тогда, да? И вот мы имеем сегодня возможность, благодаря Анатолию Эдуардовичу Юницкому, быть совладельцами компании Skyway. Тот, кто сегодня является обладателем 1000 акций Skyway, в ближайшие 30 лет, а может быть даже и раньше, этот капитал будет оцениваться больше миллиона долларов. Вот кто посмотрит мое видео, за счет чего будет рост акций дивидендов, да, а когда это может произойти, как только будет построено 50 миллионов километров дорог по всему миру, если построится за 15 лет, вот значит тогда, если вы владелец 1000 акций, ваш капитал будет равен миллиону долларов, ну в сегодняшнем смысле слова. Если доллар упадет ниже плинтуса, какая-то другая валюта, может быть юнит станет ведущей валютой в мире, может быть, не знаю, китайский иена станет, юань станет ведущей, ну мы не знаем, но по отношению, как вот сегодня доллар равен к одному юниту, да, вот точно так же это будет 1 миллион долларов тогда, ну, потом, да, вот по соотношению то, что можно купить долларов сегодня. Так вот, почему это так? Рынок Skyway, объем рынка, это почти 500 триллионов долларов только по себестоимости, не считая рыночной стоимости. Только вдумайтесь, 500 триллионов долларов. Чтобы вы понимали цифру, одну из цифр, G20, это компании, которые, не компании, а страны, которые входят в большую двадцатку, в том числе там Россия, Китай входит, да, и некоторые страны постсоветского союза. Так вот, ну и мировые в том числе, у них долг, вот долг, мировой долг, 174 триллиона долларов. Объем рынка только Skyway – это 500 триллионов долларов по себестоимости. Не считая прибыльности и не считая того, что, скажем, может быть понятие рыночной стоимости. Рыночная стоимость может быть как минимум в 10 раз больше, когда это все построится и будет эксплуатироваться. Как минимум в 10 раз больше. Да?
То есть это фактически не 500 триллионов, а умножить на, скажем, 10, это будет 5000 триллионов, да, там это удилионы уже, если не ошибаюсь, это, да, 5 удилионов, там, или 50 этих удилионов, или какая там цифра, не знаю, биллионы, не удилионы, а биллионы, кажется. Или удилионы, надо посмотреть, что там будет дальше. Ну вот, это 5000 триллионов, скажем так, да. А, то есть, к чему я это говорю? Что вот эти самые ведущие страны большой двадцатки, которые сегодня должны вот этим двадцатке людей, то есть 20 семей в мире, которые всем правят, да, должны 174 триллиона долларов. Что это означает? Что вот страны G20, которые американцы, русские, европейцы, немцы те же, итальянцы, там, англичане, мы должны вот этим 20 семьям в мире. Ну, чтобы вы понимали, потому что мы живем в этих странах, значит, мы должны, как и наша страна, этим семьям. Вы представляете, да? А благодаря только технологии SkyWay, внедрению технологии SkyWay, этот долг может быть отдан сразу же. Ну, в течение там, очень короткого промежутка времени, потому что ликвидность, вернее, доходность SkyWay достаточно, и окупаемость очень, ну, скажем, очень высокая. 3-5 лет, некоторых 7 лет, максимум 10 лет, а некоторые проекты за полгода окупаемость наступает. Это 200% годового дохода, чтобы вы понимали. И вот посмотрите, какой интересный момент. За мою историю работы в многоуровневом бизнесе, я начал работать в 98 году профессионально, а познакомился с ним еще в 96-м, там с Гербалайфом в свое время, да, потом с Амвеем, потом с F-инвестом, я стал как инвестор в 97-м году, мне очень понравилось это направление. В 98-м году я пришел профессионально работать именно в продуктовый бизнес, связанный со здоровьем и с красотой, с косметикой, да. Ну, у меня здоровье тогда было плохое, поэтому я так и занялся. Еще мне сказали, можно не только заработать денег, а еще и научиться сохранять и приумножать деньги, потому что у нас команда лидеров, которая обучает именно этому направлению. И вот посмотрите, в 98 году, когда наступил экономический кризис, и мой бизнес, которым я владел тогда, у меня были магазины, оптовый склад в регионе, в котором я жил тогда, в Донецкой области, и у меня был в регионе оптовый склад, который я, ну, практически снабжал продуктами питания. И на тот момент бизнес обрушился, но я пришел в систему многоуровневого бизнеса, и благодаря этой работе, тогда мое было первое банкротство, скажем так, да, и я смог за полтора года, скажем, восстановиться и все нормально это сделать. И был сумасшедший стремительный рост многоуровневых компаний. Когда в 2008 году наступил кризис, и в том числе в Америке, очень сильно стремительный рост произошел многоуровневых компаний. Но в 2013-2014 появились такое понятие, как многоуровневый краудинвестинг. И что это означает, дорогие друзья? Вот давайте перейдем теперь от SkyWay к многоуровневому краудинвестингу. То есть SkyWay, если вы диванный инвестор, вы просто, что такое диванный инвестор? Ты просто поддержал проект, да, воспользовался возможностью стать соинвестором компании SkyWay, да, у тебя там 10 тысяч долей компании акций, 100 тысяч долей компании, ну и так далее, да. То есть у тебя выпал такой шанс, и ты смог это, быть вот участником этого проекта и совладельцем этого проекта, соинвестором этого проекта. И ты уже, можно сказать, ну, твое будущее и будущее твоих детей, оно уже великолепно, потому что кто где бы мы ни появлялись сегодня, все говорят, нам это нужно. Вот все говорят. И даже те люди, которые ставили палки в колеса в 2011-2012 году, вы видели видео с института, который сегодня делает сертификацию SkyWay. Этот профессор, который был противником струнных технологий и говорил, что Юницкий, ты вот ничего не получится, а сегодня он защищает Юницкого, потому что он увидел, вы знаете, как есть в Украине пословица, как это, пока не поверю, да, там говорят, как-то так вот, не поверю, пока не проверю, вот называется, да, и по-русски также, не поверю, пока не проверю, не поверю, пока не проверю, да. И вот он, когда ему говорили, теоретически, как профессор, ты же должен был видеть дальновидность, обладать образным способом мышления, да, а он это не видел. Но когда он увидел реально, он сказал, вау, все, Юницкий, теперь я тебя люблю, теперь я понимаю, что ты прав был, и все, я тебе буду помогать. Так это сегодня во всех странах мира происходит. Во всех, когда они видят реальное то, что мы уже сделали, они говорят, это наше будущее. Понимаете, да? Так вот, 50 миллионов километров дорог, дорогие друзья, это всего лишь третья часть мирового транспортного рынка.
Третья часть, мы же не претендуем на 100% и на 50%, на третью часть всего лишь. И это только скоростные системы, это городские системы, грузовые системы, не считая юнибайков. Вот тут еще юнибайки, скажем, да? А еще если юнибайки, там еще больше будет. Так вот, это только это, возможность человеку стать соинвестором и иметь такую большую возможность и будущее, и получать, соответственно, и большие дивиденды. Посмотрите, опять же, мое видео, за счет чего растут акции, дивиденды, где четко показывают, а не просто воздух, как биткоин, который растет благодаря только спросу и предложению, да, а благодаря материальным активам, которые будут в компании, как поддерживающим вот этот актив, который будет расти за счет того, что идет эксплуатация и движение, и люди пользуются этим. Так вот, это первый момент, да, это объем рынка. Второй момент очень важный. В мире происходит роботизация и автоматизация, дорогие друзья. И это очень серьезный момент, где огромное количество людей остаются без работы. Почему, может быть, фантастические фильмы нам показывали, да, там про Шварценеггера, который, помните, был этим, я забыл, как этот фильм назывался, что он с будущего прилетел, и он должен был там убить кого-то, да, и вот роботы воюют с людьми. Помните фильм «Матрица», когда показывают, что все там роботы людей присадили и сделали из них биомусор, да, такой вот биобатарейку, скажем такую, да. И люди ненавидят машины, хотя машины, они являются нашими помощниками. И они могут полностью автоматизировать тяжелый труд, полностью труд, да. И задача человека – это не пахать с утра до вечера в тяжелом физическом труде, а работать интеллектуально. Потому что мы из гомо сапиенса, человека разумного, должны перейти в гомо спиритус, то есть человека, скажем, духовного, продвинутой личности, который может творить благодаря мыслеобразу правильному. Да? Но люди пашут с утра до вечера там, на своих работах и становятся такими биороботами. Да? И вот эти же финансовые императоры, которые в мире, двадцатка их там примерно, да? Когда я недавно, кто-то слышал, говорил, недавно проследил, откуда у них столько много денег, хотя там не сильно-то и много денег, там порядка где-то 10-15 триллионов деньгами они обладают. Но они управляют всеми пенсионными деньгами мировыми. То есть за 50-40 лет, которые деньги отчисляются в пенсионные фонды, вот эти накопительные пенсионные программы, они управляют этими программами. Я когда увидел их фонды, какими они управляют, думаю, офигеть, обалдеть, красиво разводят людей по всему миру, поэтому они такие вот и крутые. Да? И какая суть, вот, чтобы вы понимали? Что все борются за то, чтобы дать рабочие места людям, рабочие места людям. Но вот в Италии, мы общались, когда я был еще в прошлый раз в Италии, мы общались с представителем торгово-промышленной палаты, он сказал интересную вещь, такой говорит, что ну, нам деньги вот, народное инвестирование и не нужно, краудинвестинг и не нужен, мы можем свободно деньги взять в банке реконструкции и развития европейском, да, там, любую сумму под активы города. То есть нормальная ситуация, когда с актива города можно взять, там, заложить, там, не знаю, канализацию города можно заложить. Потому что канализация дает денег, а мусороперерабатывающие заводы можно заложить, если они в собственности города находятся, да, там, ну и так далее, и так далее. Там, парковые площади, ну и так далее. И им банк реконструкции и развития дают там деньги. Я ему говорю, пойми, идет роботизация, и в будущем может наступить социальная, скажем, катастрофа, социальный кризис. Почему? Люди остаются без работы, у них нет денег на пропитание. Они говорят, машины это плохо, роботы плохо. Короче, блин, начинается война с роботами. Да? А я говорю, а что мы предлагаем? Чтобы человек стал соинвестором, допустим, он уже не успеет стать соинвестором корневой технологии, но станет какого-то адресного проекта, к примеру, Милан, Рим, или, к примеру, там Лондон, Лиссабон, да, ну и так далее. И с эксплуатацией этого транспортной системы он может получать такие дивиденды, если он проинвестировал, там, допустим, 5000 евро. Он одних дивидендов будет получать через определенный промежуток времени там, больше, чем 10 тысяч евро в год. Да? Ну, это минимальный прожиточный минимум, который должен бюджет вашего государства как-то выделить, собрать эти налоги для того, чтобы выделить безработнице, там, пенсионеру, ну и так далее. А здесь получается, что не надо. Если он даже потерял работу и у него нет зарплаты, да он не будет себя плохо чувствовать, потому что у него есть дивиденды, доходность от одного адресного проекта, второго, третьего. Это только по транспортной системе, не считая другого направления, которое я рассказываю в теории новой экономической эволюции мира, NEMI.
кто слышал, я об этом говорил не раз, и прошлый вот, который отчет был, я говорил об этом. Так вот, что, дорогие друзья, к чему подчеркиваю, что мы также решаем вопросы и проблемы социальной будущей напряженности и социального коллапса, который может наступить из-за роботизации, автоматизации систем. Понимаете, да? Вот что Skyway дает людям и человечеству. Помимо того, что мы защищаем экологию, что мы можем сделать много интересных моментов, связанных с сохранением экологии, улучшением экологии, да, но еще мы решаем вот эти вещи. То есть Skyway, благодаря Skyway, человечество может решить социальную проблему, вот эту, которая, она глобальная проблема на протяжении там многих столетий, а может быть даже тысячелетий. Никто не знает, что было там тысячи лет назад. Только догадываться могут и читать вот то, что нам дают читать. Это первое. А теперь давайте еще посмотрим два важных момента. Теперь Skyway Invest Group. Мы одна из, можно сказать, пионеров компании, благодаря Skyway, которые внедрили такое понятие, как многоуровневый краудинвестинг, то есть состоящий из двух элитных бизнесов. Первый элитный бизнес – это многоуровневый бизнес. Второй элитный бизнес – это инвестиционный бизнес. Инвестиционный бизнес, связанный с инвестированием, можно так сказать, народа, то есть народное инвестирование. То есть, представляете, почему я называю это элитные бизнесы? Ну, первое, многоуровневый бизнес, почему он элитный? Потому что десятка лучших многоуровневых бизнесменов в мире, работающих в продуктовых бизнесах, или, может быть, в современных бизнесах, связанных там с софтами, с продажами софтов, или еще каких-то, то, что продается по сети, может быть, какие-то интернет-технологии, там вот были вот, скажем так, коинты какие-то, так, ну и так далее, и так далее. То есть люди, которые топ лучшие в этих компаниях, они зарабатывают больше миллиона в месяц. Вот если говорить о элитных профессиях, таких как адвокат, юрист, ну, профессиях, я не говорю, некоторые говорят, вот политик. Политик – это не профессия, дорогие друзья. Нет, не учат на политика в институте. Вот в институте учат на кого? На врача, на юриста, то есть на адвоката, могут, да? На учителя, то есть учителя. Вот это профессия, да, но профессия политик, да, она существует в обиходе у людей, но ни в одном институте нет понятия такой профессия политика, да. Точно так нету понятия профессия чиновника. Есть менеджер, есть там управленец, есть финансовый директор, ну и так далее, да, то есть, но нет профессии политик или чиновник. Ну, чтобы вы понимали. Точно так же нету профессии на фондовом рынке, что он фондовик, да? Да, он может быть там брокером, он может быть, а ему нужно получить брокерскую лицензию для этого, да? Он может быть трейдером, и трейдеры тоже зарабатывают достаточно большие деньги, но эти деньги, скажем так, рисковые. Сегодня я знаю много трейдеров, которые заработали миллионы долларов, а потом спустили их за несколько часов, когда рынок пошел не в ту сторону, которую не ожидал, и он как уперся вот так в компьютер, да, и все ставки делает против себя. Вот я видел реально таких людей, и я сам иногда там подлавливался, да, что ты как робот какой-то, ты берешь, ты говоришь, не надо сделку делать, а рука сама берет и делает сделку. Да, такое ощущение, что тебя кто-то ведет вот там вот в компьютере и в там, интернете. А вот если говорить о многоуровневом бизнесмене, это защищенный бизнес. Бизнес основан на том, что помоги другому человеку стать на твой уровень, подняться выше, и ты поднимешься выше. То есть не под... на подавлении, как в рыночной экономике существует, да, а на возвышении. Возвысь много людей вокруг себя, помоги им встать на твой уровень, и ты поднимешься еще выше. То есть это очень интересный и, скажем так, можно сказать, божий промысел и божий бизнес, скажем, потому что основан на помощи другим людям. То есть таким образом ты помогаешь другим людям. И вот это очень важный момент. И мы, как компания Skyway Invest Group, в системе многоуровневого краудинвестинга мы лидируем. Почему? Потому что мы, опять же, еще говорю, два направления мы берем. Инвестиционное направление, в инвестиционном направлении мы за главной точкой берем и там, многоуровневого бизнеса и инвестиционного бизнеса. Это человек стал образованной личностью, стал умным человеком, стал человеком, который разбирается во многих вопросах, политика, экономика, социальная сфера, ну и так далее, да, чтобы он быстро мог из этого потока информации, который сегодня в интернете вот так сумасшедшим вот, образом идет на человека, да, чтобы он мог правильно оценить всю эту информацию, правильно понять эту информацию и правильно сделать для себя выводы, чтобы эта информация не ложилась на него
тягаром таким, вот тяжестью на его мозг, да, и он не знал, что делать. Вот одна из главных задач Сёжевской инвестгрупп, чтобы человек быстро мог оценить любую информацию и взять то, что ему нужно, а то, что не нужно, с головы даже. Есть такие технологии, мусор этот вытянуть из головы, да. И вот к чему это я подвожу? Что если система многоуровневого бизнеса родила огромную армию миллионеров, и действительно огромное количество людей благодаря многоуровневому бизнесу в мире за 70 лет стало миллионерами. За всю историю многоуровневого бизнеса обороты всех многоуровневых компаний, они не превышают 1 триллиона долларов. Ну, чтобы вы понимали. За 70 лет. Ну, из которых примерно 30-50% ушло в сеть на оплату партнерам, всем партнерам, а их более миллиарда человек в всем мире, это 20, более 28% людей, работающих в сфере многоуровневого бизнеса. И около 35% в общей сложности – это люди, которые работают в системе комиссионных вознаграждений. Это в последнее время интернет-предприниматели, это агенты в инвестиционных бизнесах, это страховые агенты, это агенты по недвижимости, ну и так далее. Вот такое количество людей – 35%, из которых – из-за всего числа 28% это люди, работающие в системе многоуровневого бизнеса. Понятно, да? Они заработали за 70 лет около половины, то есть около 500 миллиардов долларов. И теперь только вдумайтесь, почему я говорил цифру в 500 триллионов долларов компании Skyway, которая собирается объем рынка взять, да, это именно по себестоимости, из которых 10% примерно, от 10 до 20% может пойти на оплаты многоуровневую краудинвестинговую сеть по инициации адресных проектов. Это ни много ни мало, дорогие друзья, а от 50 до 200 триллионов долларов. Только вдумайтесь. От 50 до, то есть 10%, до 20%, да, вернее, от 50 это 10%, да, 20%, до 100, не до 200, а до 100 триллионов долларов. Ну, понимаете, да? И вот, дорогие друзья, за 70 лет сравнения все сетевики мира, они заработали 500 миллиардов. Благодаря Skyway, благодаря многоуровневому краудинвестингу, одна из наших компаний, фонд это Skyway Invest Group, в котором мы активно хотим участвовать в этом распределении, заработает от 50 до 100 триллионов долларов. Что это означает? Это означает, что это больше, чем в 100-200 раз. То есть, если сегодня человек работает и зарабатывает примерно, ну, к примеру, там 100 тысяч рублей или 50 тысяч рублей, он сможет в 50-100 раз, а то в 200 раз жить лучше, зарабатывать больше. То есть, если зарабатывает сегодня 100 тысяч рублей, то в 100 раз это 10 миллионов рублей он будет зарабатывать. Если сегодня сетевик в какой-либо стране зарабатывает 500 долларов, к примеру, или 1000 долларов, ну, к примеру, да, то он будет в 50, минимум 50 раз, а то и в 100 раз больше зарабатывать. То есть, это получается 100 раз, да, значит, 50 тысяч долларов он будет зарабатывать. И индустрия многоуровневого краудинвестинга дает возможность сегодня стать миллиардерами нового типа. То есть люди, которые смогут заработать за определенное количество времени, я ставлю цель от 3 до 10 лет, чтобы люди, работая с компанией Skyway Invest Group, работая в системе продвижения Skyway технологии, заработали более миллиарда долларов. То есть это миллиардеры нового поколения, нового типа, основанные на других принципах заработка и основанные на том, чтобы подымить и другим людям стать выше, и ты станешь еще выше. Понимаете, да? Это первый момент. А второй момент – это возможность, благодаря Skyway технологии, которая может стать основой в развитии разных направлений, потому что Skyway – это как транспортная артерия, такая градообразующая транспортная артерия. Как железнодорожный транспорт в свое время стал вот такой градообразующей транспортной артерией. Точно так вот Skyway в ближайшие 10-15 лет, 30 лет, он полностью станет градообразующей транспортной артерией, которая будет нести новый жизненный уклад общества, новые возможности жить, существовать по другим стандартам, по другим меркам, и где огромное количество людей, я думаю, процентов 30, смогут жить гораздо, ну, как я уже говорил, в 50-100 раз лучше, чем они живут сегодня. А это ни много ни мало
скажем так, огромное количество людей станут очень богатыми. И при этом многие задают вопрос, мне говорят, Андрей, и вот в Италии мне задал один вопрос паре мужчина, да, которому я так понял, что он уже 45 лет отработал на работе, наверное, где-то лет 65, задал мне такой вопрос. Вы вообще понимаете, куда вы ввязываетесь? Ну, то есть, с какими монстрами вам придется общаться в ближайшее время? Я говорю, да, понимаю, я даю себе полный отчет. Полный отчет отдаю. Потому что никто из этих вот финансовых императоров, или там российские железные дороги, либо другие железные дороги, либо нефтянка, как говорит, нефтянка вам не даст, да? Вот если мы поговорим, если дойдет Арман Мурник, Жамиля, Максим Исып, там, Петру Жалба, сегодня все, кто проходит мастер-профи, дойдет до этих людей и дадут нам с ними пообщаться, если мне дадут пообщаться с министрами этих направлений, то я смогу им показать, что мы не конкуренты, мы не враги, мы можем быть партнерами, мы можем сосуществовать мирно, эволюционно, где они, если получается сегодня экономика тонет, почему? Потому что, знаете, вот как крысы, приведу пример, вот как крысолова делают, наверное, кто не знает, в бочку кидают 10 крыс, и одна из них становится крысоловом. То есть она крыс там поела, да, и теперь она ест только крыс. И куда бы ни запустил этого крысолова, он будет выгонять крыс, потому что он будет их есть. Так вот, то же самое сейчас происходит в экономическом плане. Вот закрыли туда, забили туда вот этих вот 20 этих семей. Они вроде бы как финансовые императоры мировые, но они друг друга там кушают. Ну, понимаете, да? Почему? Потому что все, рынок ограничен. А мы сегодня раскрываем рынок. Сегодня возможности, которые мы им даем, они могут исполнить то, чего они не исполнили. Я не знаю, какие у них цели, какие задачи, но я уверен, что если мы пообщаемся, кто-то из наших людей, профи, которых сейчас мы делаем, я, если с ними пообщаюсь, потому что с кем всем я общаюсь, у людей открывается совсем другое видение, мировоззрение, они понимают, что они могут получить благодаря компании Skyway и благодаря сотрудничеству Skyway, дорогие друзья. Поэтому мы несем очень сильную вещь в мир, скажем так, да, которую от этого всем только хорошо будет. Потому что войны начинаются и всякие неприятности экономические начинаются, когда рынок уже переполнен и друг у друга начинают забирать территории и друг у друга начинают забирать рынки. А когда открываются новые рынки, когда открываются новые возможности, а они не понимают пока еще эти возможности, потому что им не донесли об этих возможностях информацию, неправильно, может быть, растолковали или рассказали об этом, то они поймут, что это супервозможности, о которых они, может быть, никогда не мечтали, и их семьи никогда даже не думали об этих возможностях. Поэтому, дорогие друзья, то, что мы с вами делаем, и то, чему обучаем мы наших партнеров, чтобы они становились суперпрофессионалами во многих секторах, направлениях, скажем так, работы, а самое главное работа – это коммуникация и общение с другими людьми. Чтобы человек, скажем, пообщавшись с человеком, он понял, что мы хотим, что мы несем и что мы можем дать благодаря технологии Skyway и благодаря технологии бизнеса, который предоставляет Skyway без друга. Поэтому вот эти все вещи я хотел бы, чтобы вы понимали, насколько они важны. Ну и третий момент, очень важный, я считаю, именно для вас лично, это лично вы, дорогие друзья. Кто вы? Задайте себе вопрос, кто вы? Чего вы хотите? Какие ваши цели в жизни, какие ваши планы в жизни, какое ваше призвание, какие ваши предназначения. То есть позадавайте себе эти вопросы. То есть ваш жизненный путь, чего конкретно вы хотите, в какую сторону вы хотите двигаться. И если вам по пути с нами, так давайте обучайтесь, образовывайтесь этому. Потому что то, что мы предоставляем и то, что мы даем, это... Ну, фантастика просто. И это фантастика, которую мы реальностью вместе с вами. 3,5 года назад еще нам говорили, что у нас ничего не получится. Но вы видите, что получается. И я рад, что во главе, скажем, нас стоит такой вот мечтатель, великий мечтатель Анатолий Дарчуницкий. Потому что я никого еще не видел из людей, который бы 40 лет свою мечту нес бы, его... Пинали, вы знаете, как растение вот растет из-под асфальта, его раз укатали,
оно в другом месте выросло, его там опять закидали там, камнями, да? Оно где-то еще выросло. Вот точно так же Анатолий Дарьевич Юницкий за вот эти 40 лет, он там вылазил, его раз закатали в асфальт, грубо говоря, там вылез, камнями закидали, там еще сказали, да сиди, не дергайся, да? Там вылез, там бизнес отжали у него, да, полностью. И он заново начинал, начинал, начинал. И вот сейчас дошел до той точки, где сейчас все это реализуется. И я представляю, когда он каждый день видит то, что реализуется, то, что человек 40 лет хотел, и сегодня это притворяется в жизнь. Это, знаете, дорогого стоит. И я рад, что этот человек, которого я называю лично, скажем, Леонардо да Винчи нашего времени. Потому что Леонардо да Винчи сделал огромное количество открытий, не то что открытий, а разработок привнес в мир, которые тогда церковь, к сожалению, удержала их развитие, да, но потом они все равно вышли, эти разработки, благодаря все равно тому, что разработал Леонардо да Винчи. Так вот, Анатолий Дарьевич Юницкий, огромное количество есть разработок, которые он сегодня привносит в мир, и мы с вами, люди, в первую очередь, те потребительские общества, мы с вами, группы потребителей, которые хотим потреблять то, что он принесет в мир. Потому что мы получим только от этого большие возможности, возможности лучше жить, лучше, скажем, может быть, питаться, дольше жить, иметь больше времени на то, чтобы с семьей проводить это время и уделять это время своим родным и близким. И, дорогие друзья, это, я считаю, дорогого стоит. И, как сказала и Жамиля, и Арманд Мурникс, да, мы сегодня создаем абсолютно новую профессию. И не просто сетевик-структурщик, который, вот как я раньше говорил, да, потому что сетевик-структурщик только обучен, как строить сеть, там, как продавать продукты и так далее, да, а именно партнер многоуровневого краудинвестингового бизнеса. То есть это очень серьезная профессия, потому что многоуровневый бизнес и инвестиционный бизнес, когда человек понимает, и основанный на знаниях, основанный на просвещении населения, это дорогого стоит, дорогие друзья. Поэтому я вас с этим поздравляю, что мы с вами сделали великое дело, и сегодня у нас идет этап сертификации. И когда мы были в Крыму, в Ялте, мы общались с Надеждой Косаревой, я благодарю ее за то, что она крымчанка, она приехала, выступила, рассказала о последних новостях и сказала, совсем чуть-чуть осталось до сертификации, то есть три этапа сертификации. Первый этап сертификации, когда люди уже смогут ездить. То есть все люди, которые приезжают, хотят проехаться, ну это там министр, там еще кто-то, они смогут проехаться в экотехнопарке. И я спросил, говорю, а мы сможем с группой директоров и с нашими топ-лидерами приехать и тоже проехаться в Юнибусе? Она говорит, да, конечно, это как только мы получим вот этот первый этап сертификации, сразу же можно будет это все делать. Поэтому, дорогие друзья, мы ждем, не дождемся вот сейчас, скажем, неделя, может быть, там 10 дней, может быть, 20 дней даже, может быть, месяц остался до первого вот этапа получения этой сертификации. Мы сможем сесть и проехаться, мы запишем материал, конечно же, расскажем о ощущениях. Вот на Юнибусе уже Арманд ездил, ощущения рассказал, ну, они великолепные, эти ощущения. Поэтому, дорогие друзья, совсем чуть осталось. Еще два этапа, это зимний и весенний этап. И вот я думаю, что до конца апреля, может быть, максимум конец мая, мы получим полностью сертификацию по городской транспортной системе, которая сегодня разогналась уже до скорости больше 102 км в час, дорогие друзья. И это очень, скажем так, заявленные скорости, о которых говорил Анатолий Дарьевич Юницкий, уже есть. Шумы, которые он говорил, что шумы будут очень слабые, да, то есть это по сравнению там, с железнодорожным транспортом или с авиатранспортом, гораздо меньше этих децибелов там, и так далее. Это уже есть, это уже доказано. И самое главное сегодня, если вы видели последние еще новости, видео, вы видели, сколько юнибусов сделано. Я так вот посчитал, там, ну, уже достаточно большое количество юникаров, юнибусов, юнибай. То есть они для чего-то, наверное, уже делаются. Пока мы, никто не знает для чего, но я думаю, что мы получим объявление и заявление, куда эти юнибусы уже делаются. То есть они не могут просто так делаться. Их там, я уже посчитал, ну, больше десятка штук. Вот просто так. Иначе они уже делаются для каких-то непосредственно адресных проектов, дорогие друзья. Поэтому недалек тот час, когда мы узнаем, какой адресный проект уже начнет строиться и в какой стране это все произойдет, дорогие друзья. И это очень-очень круто. Поэтому
Что хочу сказать. До Экофеста, как вот наши коллеги из другого фонда на каждом семинаре говорят в своем вебинаре, сколько дней осталось до Экофеста. Ну, они говорят в днях, а я говорю в месяцах, да. Осталось несколько месяцев. Год пролетел совсем, вот недавно только был в декабре, мы под итог делали 2016 года, а уже 17-й практически заканчивается еще ноябрь, в декабре будет под итог 17-го года, да, поэтому осталось совсем чуть-чуть, и что вы можете сделать? Вы можете воспользоваться теми инструментами, которые сегодня вам дает компания. Первое, это мероприятие, то есть вы можете воспользоваться мероприятиями, конференциями «Транспорт будущего в настоящем». 5 ноября в Симферополе, Республика Крым, не Севастополь, а Симферополь. Я буду участвовать и команда лидеров, и гид-бригады. Дальше, 5 ноября будет в Греции, где Петру Жалбелсу и Елена Леева ответственные. 16-28 ноября в Бразилии будут Сан-Паулу, Флоренополис и Сан-Катарина. В Рио-де-Жанейро вроде бы они тоже там должны быть. Там будет массивная работа команды из Италии. Туда едет 4 человека, которые сейчас уже работали в Бразилии. У них были сети в Бразилии. Они сейчас едут восстанавливать свои сети и переводить их именно в компанию Skyway, в Skyway Invest Group. 18-19 ноября Австралия. Мила Сердюкова, Шарон и Салли будут участвовать. 24 ноября Марокко, Касабланка, там будет выставка и конференция «Транспорт будущего в настоящем». 25-26 ноября Австралия, опять Gold Coast, Мила Сердюкова. Кстати, в Австралии очень хорошо сейчас нам помогает Родхук. Он, кстати, тоже партнер компании, и он тоже инвестор компании. 2-3 декабря Великобритания, Лондон. К сожалению, я не буду, я должен был быть на этом мероприятии, но не буду, я не успеваю сделать визу, поэтому в Лондоне я буду в начале февраля. Я надеюсь, что весной я еще и в Австралию слетаю. Это вот расписание такое на ноябрь-декабрь. И почему мы показываем расписание? Дорогие друзья, вот вы можете работать через интернет, у вас могут быть знакомые знакомых, вы можете общаться с этими людьми, приглашать их на вот эту конференцию для того, чтобы, а если у вас уже есть там партнеры или инвесторы, то ваша задача быстренько это сделать, чтобы люди туда пришли. Также здесь не написаны, к сожалению, я не знаю, почему не написаны, и у меня большая просьба, кто у нас, Ника, да, или Нелли, Нелли, да, кажется, за это отвечает, или Ника все-таки. У нас же в России будут еще тоже мероприятия, насколько я знаю, в ноябре и в декабре, поэтому обязательно нужно было еще список российских городов, где это будет проходить, потому что у нас сейчас мы делаем турне, и по России сейчас такая будет ситуация, у нас очень много городов, где есть инвесторы и партнеры. Сейчас колл-центр обзвонит и проведет опрос общественного мнения, нужна ли конференция в вашем регионе. Если вы с какого-либо региона, обязательно заполните, они позвонят и дадут вам заполнить анкету. И мы берем в первую очередь те города, где 100 и более инвесторов в регионах. И мы хотим там найти потенциального лидера, который готов будет организовать приезд руководителей компании. Туда поедут к вам Дмитрий Ивченко, Игорь Порутенко и Шереметьева, ну еще может быть кто-то. То есть для того, чтобы вначале провести встречи, потому что вот сейчас ездили и в Нижний Новгород, и в Уфу, и в Хабаровск, и в Иркутск. Людям очень понравилось, сказали, приезжайте еще. Мы сейчас хотим по всем городам, особенно в логике Санкт-Петербурга, Владивостока, мы хотим и опросы общественного мнения делать по этим городам, и инициировать проект Санкт-Петербург-Владивосток именно в Российской Федерации. Точно так мы готовим для Украины, но это будет с Нового года, команду итальянских лидеров. Мы хотим, мы поговорили, они не против, приехать в Украину и, может быть, даже в Белоруссию, если в Белоруссии тоже захотите, проехаться по ключевым городам и провести тоже конференции с участием итальянских лидеров. Потому что ну, у нас как-то, знаете, вот иностранцы воспринимают немножко по-другому, чем наших местных. Поэтому мы делаем такой вот, мы ездим туда, они приедут сюда и качнут немножко
тех людей, которые вот ориентированы, там, допустим, на евроинтеграцию, хотят быть более к Европе ближе. Вот, пожалуйста, итальянцы приедут, и они хорошо помотивируют, скажем, людей. Я думаю, это будет очень сильный эффект, когда по всем этим городам, в Украине, если не ошибаюсь, там 8 городов будет, в Беларуси, если, опять же говорю, Беларусь захочет, можно и в Беларуси, чтобы итальянцы приехали тоже. Там очень сильные такие мотиваторы, потому что вот сейчас я был в Италии, и один из спикеров, такой тренер, имеет 20 лет опытом на уровнем бизнесе, он ушел 2 или 3 года назад, сказал, все, не хочу, наигрался в этот детский садик, не хочу больше никакую компанию. Но когда познакомился, вот, который, кстати, сказал, что 3,5 года назад предлагали ему русские, он сказал, нет, нет, нет. А потом Драгош, у нас там один лидер-менеджер есть, который, ну, скажем, приговорил его, да, и презентацию, которую я слышал, дорогие друзья, я скажу, за 3,5 года, вот лучше, чем эту презентацию, я нигде не слышал еще. Просто, вы знаете, такая эмоция, такие вот, ну, молодец парень, ну, как парень, ну, просто отлично, скажем так, провел презентацию. Вот если эти презентации в таком стиле пройдут и в Украине, и в Беларуси, я думаю, подъем там пойдет очень хороший, и лидеры в этих странах включатся очень сильно. Поэтому по России у нас тоже запланировано мероприятие, большая часть мероприятия, дорогие друзья. И смотрите, сейчас у нас будет страница, у нас есть онлайн, как бы вебинары и конференции, а еще сейчас будут офлайн конференции и вебинары в рассылках, вернее, офлайн у нас те конференции в городах. Обязательно, кто работает в интернет-маркетинге, приглашайте людей на эти мероприятия, это даст огромный рост вашей структуре и вашему бизнесу, естественно, быстрейшему финансированию компании. Ну и тут задавали вопрос, когда у Армада там крупный инвестор проплатится. Дорогие друзья, как и я и предполагал, и хочу вам сказать, что лично мое глубокое убеждение, что крупные деньги не зайдут. Вот их такое ощущение банковский сектор не пускает. Вот мелкие, да, проходят там 10-50 тысяч от частных инвесторов. И вот здесь я задаю себе вопрос, а может быть это такой божий промысел, чтобы крупные инвесторы не пришли, а пришли много, скажем, частных инвесторов, чтобы эту возможность получили простые люди, простые граждане. И, может быть, когда они блокируют вот эти все переводы, крупные финансовые структуры, они сами не понимают, что это так сделано, чтобы они не получили эти возможности. Они не дают возможности, они не получат эти возможности. Вот эти возможности получим, естественно, мы с вами, простые люди, до которых мы еще успеем дойти. Так вот, дорогие друзья, мы посчитали, с тем финансированием, которое сегодня получает компания, не только от фонда SPV Invest Group, а еще от наших, скажем, партнеров по работе, да, тоже другой фонд, и компания SkyWay сама получает еще напрямую деньги, то вот даже при этом раскладе, при том финансировании, которое есть сегодня, мы практически вышли в плановое финансирование компании. Ну, там, может быть, чуть-чуть не хватает, но практически вышли в плановое финансирование компании по строительству технопарка. Так вот, за 10, ну, в общем, скажем так, 8-12 месяцев мы сами профинансируем. И мы практически в плане идем, да. То есть нам много чего будет хватать, и даже за народные деньги мы сможем полностью уже достроиться. А наша цель к этому времени за год, чтобы у нас уже было только в SkyWay Invest Group больше 10 миллионов и больше 10 тысяч профессиональных консультантов компании, тогда у нас больше 10 миллионов агентов, и мы сможем любой проект, любой адресный проект внедрить и реализовать, дорогие друзья. Так вот, если говорить о новостях, сертификация продолжается, приемочные испытания. И самое интересное, что те институты, которые, как я говорил, были противниками технологии, струнной технологии Минского, сегодня они нам помогают это все получить быстрее и внести на законных основаниях даже понимание, что такое, скажем, струнные технологии Минске и внедрить в понятие даже лексикон, скажем, такой вот транспортный лексикон. Научный сертификат на систему экологического менеджмента, дорогие друзья, это очень дорого стоит, потому что все эти западные страны, к сожалению или к счастью, вводят всякие сертификаты, да, там экологического менеджмента, ISO,
кто работает с продуктами питания, там у них HACCP сертификаты еще есть, ну и так далее, и так далее. Для чего это придумано? Для того, чтобы корпорации, они себе, ну, как бы конкурентов расчищают. Поэтому, если ты хочешь работать по таким правилам, ты должен получить такой сертификат. Тут, пожалуйста, этот сертификат тоже получит компания SkyWay, дорогие друзья. И это для нас очередная победа, очередная вот, ну не то, что победа, очередной ступенька того, чтобы получить сертификацию транспортной системы SkyWay. Ну и какие инструменты вам могут помочь? Это осенний промоушен «Яркое солнце Эмиратов», дорогие друзья, который может быть с 1.10 по 20.12 2017 года. Но сам, скажем, отдых на круизном лайнере по Персидскому заливу, это будет где-то с 15, если не ошибаюсь, 15 марта мы уже проплатили. Поэтому два победителей вас ожидают интересный момент. Значит, первое, кто может участвовать, это агенты выше. То есть личные инвестиции должны быть с 1.7 по 20.12, даже если вы уже агентом раньше был, здесь нужно будет сделать 200 юнитов и больше. Плюс 5 новых агентов и выше лично. То есть вы должны сделать личных агентов, да? Привлеченных с 1 июля. 4 места по нарастающей. Первое место — оплата проживания, перелет, каюты с окном. Второе место — оплата проживания. Третье, четвертое место — оплата только проживания, внутренняя каюта. И, скажем, приоритет, ну, кто больше сделал, привлеченные инвестиции, лучшая работа, больше партнеров, вот тот и побеждает. Далее, консультанты и выше. То есть, либо это старый консультант, либо новый консультант, который стал. 500 юнитов должен сделать личных инвестиций с 1.07 по 20.12. Плюс 5 новых консультантов, которые будут и выше, лично привлеченных с 1 июля. То есть, это вы привлекли этих новых людей, и эти 5 человек стали, скажем, новыми консультантами. Победители 10 мест по нарастающей будут определены по количеству лично привлеченных инвестиций и количеству новых консультантов и выше, зарегистрированных с 1.07. Подарок. Первое, второе, третье, четвертое место оплачивается проживание и перелет, каюта с балконом. Пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое место — оплата только проживание, каюта с балконом. Менеджеры и выше. То есть личные инвестиции должны быть 1000 юнитов с 1.07. И 5 новых менеджеров и выше, лично привлеченных с 1 июля 2017 года. То есть это фактически новый лидер-менеджер. Победитель 6 мест по нарастающей. Подарок. Первое, второе место оплачивается проживание и перелет, каюта сьют, плюс бонус 2000 юнитов. Третье, четвертое место оплачивается проживание, перелет, каюта с балконом, плюс бонус 1000 юнитов. Пятое, шестое место оплачивается проживание, перелет, каюта с балконом, плюс бонус 500 юнитов. И, дорогие друзья, на лайнере будет обучение для менеджеров. Значит, мне задавали вопрос, а могут ли менеджеры тоже быть, которые в промоушен не работают? Да. Все менеджеры, которые у нас есть, и более того, если вы, допустим, сделали объем менеджера одной покупкой, ну, допустим, сегодня экспресс-менеджер — это 20 тысяч юнитов мы поставили. И вот если вы хотите и бизнесом с нами заниматься, и хотите быть на этом обучении, на этом круизном лайнере, потому что у нас будет первый день, когда мы выйдем в море, знакомство, то есть будет фуршет такой, нужно будет вечернее платье, костюм одеть. Я рекомендую всем, кто хочет и ставит себе цель, скажем так, быть с семейной парой, со своей половинкой, либо с мужем, либо с женой, либо с девушкой. И у нас будет знакомство, вечер знакомства такой, да. Потом у нас будет банкет после обучения. Обучение будет, когда там есть такое, когда прибываем в порт, а есть несколько дней, когда мы целый день в море. Вот когда мы в море, у нас будет обучение. Именно обучение для менеджеров. И все менеджеры, которые квалифицировались, они смогут быть на этом обучении. Ну и на банкете, конечно же, все смогут быть и на вечере знакомства, если вы даже не стали, к примеру, менеджером, не стали даже консультантом, может быть, только партнер или агент, вы хотите быть, вот тоже присоединиться к команде SkyWay Invest Group, к лидерам, да, вы сможете быть на знакомстве, вы сможете быть на ужине, на банкете, но не сможете быть на обучении. Обучение будет только для менеджеров, тот, кто стал менеджером и выше.
И те, кто оплатил одной суммой 20 тысяч за вот все время, мы поставили как бы с 1 на 7, но если вы лично обратитесь и вы говорите, да, я хочу еще обучаться и строить бизнес, то тогда обратитесь в службу поддержки Татьяны Осиповой лично. Мы тогда решим с вами вопрос, и тогда, раз вы действительно инвестировали более 20 тысяч одной покупкой, то, естественно, мы сможем вам помочь, чтобы вы были на этом обучении, дорогие друзья. И уже есть вот у вас в личном кабинете люди, которые это все делают. Вы видите, уже здесь есть люди и менеджеры у нас с достаточно сильной работой. Да, вот количество новых агентов пока 6, они претенденты, но пока мисс он еще по промоушену поэтому не идет, пока он только как консультант, у которого есть агент, у которого есть агенты, да, в таком вот плане. Можно посмотреть, если не ошибаюсь, там уже 20 или 30 человек, которые включились в промоушен и работают в этом промоушене. Ну и важная информация для менеджеров, которые хотят попасть на лайнер и пройти профессиональное обучение лидеров СВИК. Независимо от победы в промоушене, вы сможете самостоятельно оплатить путешествие и отправиться в круиз вместе с руководством СВИК и победителями. Для того, чтобы забронировать место, позвоните по номеру. Вот видите, да, Мария Маркина. Назовите кодовое слово, дословно, в Эмираты с Dreamline и получите скидку, которая будет предоставляться в зависимости от срока бронирования и наличия желаемой каюты. Чем ближе к круизу, дате круиза, тем дороже стоимость каюты. Может быть даже такое, что ну, я вам рекомендую сначала каюту забронировать, а потом уже покупать билеты на самолет. Дорогие друзья, вот кто, ну, допустим, не участвует в промоушене, либо вы говорите, я хочу сейчас оплатить, не знаю, победа будет или не будет, смогу я выиграть промоушен, не смогу, но я сейчас оплачу, а мы потом, естественно, все это оплатим и отдадим эти деньги, если вы станете победителем. Поэтому рекомендую сегодня всем и забронировать, и оплатить себе каюту, кто хочет там быть, и оплатить, естественно, перелет туда и обратно. Вот в таком вот плане. Поэтому, дорогие друзья, что хочу сказать. Инструментов достаточно большое количество. И сам инструмент получения вот этого результата – это прогрессивный тренинг мастер-профи. Начало занятий 11 ноября, это уже будет профи 6. Присоединяйтесь, потому что вы можете увидеть новый лендинг. И, Нелли, если можно, скиньте, пожалуйста, в чат лендинг, который мы сделали. Там есть отзывы участников. Посмотрите, кто будет спикерами, какие темы будут развиваться. Поэтому почтите, посмотрите и принимайте решение. Потому что, дорогие друзья, вот вы видели людей, которые вкладывают в образование, они имеют просто сногсшибательный результат. Имейте вы такие результаты, будьте всегда на гребне информационной волны и только, скажем, наверху волны, а не под волной. И еще один важный момент. С ноября месяца Ольга Шантина запускает специальный авторский курс, который даст базовые знания в, скажем, в краудинвестинге, в многоуровневом краудинвестинге, как строить бизнес. И 21 ноября, смотрите за новостями, если не ошибаюсь, сейчас посмотрю календарь, 21 ноября мы запланировали тренинг, 8 человек, я, Ольга Шантина, Мила Сердюкова, Арманд Мурникс, Счастливый Дмитрий, Гафияк Максим, Алсу, и Жамиля Жасубекова, мы проведем тренинг по планированию. Этот тренинг вообще он планируется для консультантов. У нас он потом будет из 8 сессий для консультантов, потому что мы хотим дать сейчас, как правильно планировать и как планировать свои не только цели, но еще и действия. И вот 21 числа, 21 ноября, сейчас посмотрю, да, 21 ноября будет 4 часов, где-то 4-часовой тренинг, он будет с 14 или с 15 до, ну плюс 4 часа, сколько это, с 15 до 19 по Москве, да, для всех агентов. То есть все, кто агенты, можете, кто еще не стал агентом, квалифицируйтесь.
Кто агентом стал, ну, я вам рекомендую еще раз подтвердить свое агентство. Ну, рекомендую, можете не подтверждать. Но чтобы сделать напряг какой-то и чтобы получить потом ответы на вопросы. И мы проведем вот такой вот 408 человек, 4 часа по планированию ваших целей, ваших планов и ваших действий. Потому что планы тоже нужно уметь планировать. Ну, наверное, как-то звучит неправильно, да, план планировать, да, но свои планы нужно уметь правильно планировать и планировать свои действия для того, чтобы получить тот результат, который вы хотите. А результаты, вот нас самое главное, в прошлом году мы провели выездной тренинг, который назывался «Миллионер за год», и я рад, что у нас огромное количество людей создали компании миллионеры и живут жизнью миллионеры, получают доходы, такие, которые получают миллионеры, огромное количество людей. Как я вам сказал, да, более вот 20 человек, первая двадцатка, это те люди, которые, первая десятка, которые зарабатывают больше 10 тысяч долларов. То есть результат есть достаточно хороший, и поэтому наша цель, чтобы вы за год становились миллионером. Миллионер это не означает, что у тебя, чтобы вы жизнью уже миллионера жили, не означает, что ты должен заработать миллион, хотя мы ставим такую цель, чтобы вы заработали миллион. Но как только вы уже зарабатываете больше 10 тысяч долларов в месяц, вы, дорогие друзья, живете жизнью миллионера. Почему? Ну, простая арифметика. Если у вас есть миллион долларов, к примеру, в обороте, и вы занимаетесь бизнесом, то в среднем прибыльность, которая у вас может быть, на уровне ну, где-то 5%, максимум 10%. Вот чистыми 5%, которые вы сможете для себя, ну, скажем, использовать. Вернее, 5%, которые у вас может быть. Ну, это примерно 50 тысяч долларов. Минус затраты, которые у вас могут быть на содержание, там, всего остального. Чистыми деньги, которые вы можете получить, это примерно на уровне 0,5-1%. То есть, грубо говоря, от 5 до 10 тысяч долларов. В последнее время, я смотрю, если у человека, бизнесмена в обороте 2-3 миллиона, то он зарабатывает от 5 до 10 тысяч долларов. А у него в обороте 2-3 миллиона долларов, понимаете? Или простая арифметика. У вас миллион лежит, к примеру, под, например, чтобы вы зарабатывали 10 тысяч долларов, сегодня в среднем, вот ну, по странам СНГ, там это 6%, 8% годовых, да? То есть, если у тебя есть миллион, это 80 тысяч в год, разделите на 12 месяцев, это 7 тысяч долларов в месяц ты будешь получать по своему депозиту. А если это говорить о европейских странах, там 1,5% говорит, годовых банки, а то и то некоторые банки не платят, а там 0,25, 0,15, да? А в среднем это так вот 3-2%, ну, в общем, до 5-7% годовых это хорошо. Вот считайте, если миллион, то ты 5% зарабатываешь, это 5 тысяч долларов. И когда вы выходите у нас в системе бизнеса больше, чем на 5-10 тысяч долларов, вы фактически живете жизнью миллионера. Фактически. То есть вы фактически уже есть тот миллионер, который может себе позволить жить этой жизнью. Вот почему мы ставим себе цель миллионер за год, чтобы человек вышел на доходы 5, 10, 15, 25 тысяч долларов. Хотя и ставим такие цели, чтобы человек миллион долларов заработал за это. Вот такой вот план. Поэтому, дорогие друзья, регистрируйтесь на обучение Master Profi 6. И здесь такой интересный момент. Если вы экспресс-консультант, с 1 июля вы сможете посетить этот Master Profi, ну, скажем, бонусом. И те люди, которые принимают решение, а как с нами начать сотрудничать, я рекомендую экспресс-консультант. То есть, когда вы выкупаете квалификацию экспресс-консультанта, то есть не просто квалификацию, а материалы, образовательные материалы экспресс-консультанта, то вы имеете большую выгоду. Вы за мастер-профи не платите, который стоит 1000 долларов до 1 ноября, а с 1 ноября он будет стоить 1500 долларов. То есть вы экономите 1500 долларов. Второй важный момент. Вам назначается квалификация консультант. И вы имеете приоритетное право на то, чтобы, может быть, в будущем работать с нами. И у нас все, кто сотрудники, мы принимаем на работу. Потом и они как бы руководители некоторых отделов. Это люди, которые прошли обучение мастер-профи. В основном это сотрудники, которые ключевые позиции занимают. Да? И у вас есть приоритетное право в будущем быть еще и претендентом на то, чтобы быть представителем той или иной страны. Но если вы стали экспресс-менеджером и, скажем, вы купили материал экспресс-менеджера, то у вас есть приоритетное право обучиться мастер-профи, после этого стать некоторые тесты и гарантированно быть представителем в той или иной стране, дорогие друзья. Поэтому я вам рекомендую быть на этом мероприятии. И сейчас попробуем. Вот ссылочка, да, можете посмотреть лендинг. А вот регистрация на Master Profi 6, вот она, пожалуйста.
пожалуйста, да. И лендинг, если есть возможность, тоже на лендинг скиньте, чтобы люди почитали, какие там темы будут входить. А вот, да, майская MVS Group, да, мастер профи. Да, вот смотрите, какие здесь входят. Очень интересный, скажем, лендинг, да. Вы можете посмотреть, какие темы входят в программу обучения, что входит. То есть это очень сильный тренинг, я хочу сказать, что вот $1500 цена этого тренинга, это, ну, не так уж и большие деньги. Я платил гораздо большие деньги за меньшие знания, которые здесь даются. Поэтому, дорогие друзья, посмотрите отзывы людей, которые прошли здесь мастер-профи. Многие из них сегодня работают с нами. Это огромное количество людей. Поэтому, дорогие друзья, используйте возможность, используйте этот инструмент для того, чтобы быстрее стать квалифицированным инвестором, быстрее стать, получить те результаты, которые вы хотели бы. А сейчас, знаете что, давайте перед тем, как вы будете писать вопросы, я сейчас водички себе возьму, посмотрим анонс с Ялты, с Крыма. И сейчас не расходитесь, я буду отвечать на все ваши вопросы после этого ролика. Вы сейчас можете на секунду закрыть глаза и вспомнить, как вы здесь оказались? Прошло уже 3 года с момента создания фонда Skyway Invest Group. Я помню, как все начиналось. Действительно, нам крутили пальцем у виска. Было такое? Говорили, что вы разводите людей, вы собираете просто деньги. Вы говорите о каких-то нереальных вещах, это будущее, которое будет не при нашей жизни. Какой смысл жизни вообще у каждого из нас, если мы не знаем, куда мы идем? И вот когда я услышала про Skyway, меня вот все захватило. И уже сейчас, спустя 3 года, мы все видим, какие результаты были достигнуты, друзья. Сегодня из человека, который вот один был в 15 году в октябре на встрече с Юницким, сегодня за мной 30 тысяч человек. На сегодняшний день мы уже миллионная компания, да, можно сказать, сотнемиллионная компания. То, что сделали мы, партнеры компании Skyway, партнеры компании Skyway Invest Group, этого еще не делал никто за всю историю человечества. У нас уже больше миллиона, кто поддержал эту технологию, более чем в 176 странах мира. Мы из картинок сделали целое отраслеобразующее направление. То есть мы являемся уже международной корпорацией, либо группой компаний, которые имеют компании во всем мире. Это уже проект не олигархический для слуг и рабов, а это проект народный и для народа. Точка невозврата уже пройдена, и сейчас движение идет только вперед. И просто уже проект не остановить. В ближайшее время мы станем не просто миллиардной компанией, а и триллионной компанией. Вы осознаете, в каком месте и время сейчас вы живете? Цели, которые мы ставим перед собой, это взять треть мирового рынка транспорта. Это 50 миллионов километров дорог за 30 лет. Кто же все эти глобальные, колоссальные планы, цели, эту миссию компании будет реализовывать? Кто, если не мы? Вопрос только в том, хотите ли? Хотите? Но самое главное, чтобы вы не боялись что-то делать. Делайте, делайте, делайте. Маленькие шаги каждый день. Просто действия. Найдите внутри себя этот резерв, который поможет вам приобрести такие мышцы, такие крылья, что вы сможете реализовать все свои мечты. Будьте смелыми, разберитесь, потому что вот такой бизнес, да, который дает вот и радость, и свое ощущение полезности, и достижение финансовой свободы, невозможно просто. Нет другого такого бизнеса, поверьте. И каждый из вас сегодня, вы имеете абсолютно полное право внести свою лепту в это глобальное движение. Иногда одно слово, услышанное, вдруг вот в какой-то момент, оно может перевернуть всю вашу жизнь. Если к вам попадает возможность, к
которая бывает раз в жизни, и вы не знаете, что с этим делать, скажите этой возможности «да», а потом научитесь, как это делать. Весь мир в ваших руках. Это все зависит от вас. И очень важное в нашем бизнесе вот найти таких же людей, которые, как вы, хотят вот этого, да? Потому что в одиночку, одному невозможно достичь таких вот глобальных, колоссальных целей, как достигает в целом наш фонд Skyway Invest Group и как достигает в целом холдинг Skyway. Мы не можем сделать ничего поодиночке, но мы очень сильно можем сделать, объединившись. Каждый отвечает за другого, каждый помогает, поддерживает, направляет. Вы знаете, мурашки бегают по коже. Команда – это когда ты понимаешь, что я нахожусь в одном конце, Максим находится в другом конце, Жемеля в третьем, Андрей в четвертом, Ольга в пятом. И я знаю, что весь директорский состав, он работает с утра до вечера. Если ты чувствуешь атмосферу, которая присутствует в зале, если ты чувствуешь, как фонит позитивом вот этот весь лидерский состав, очень нравятся те люди, которые окружают, очень нравятся те люди, которые идут, вдохновляют, ведут за собой. Большое спасибо, что вы хотите изменить мир. Вы помогаете нам его менять. Вы знаете, команда – это супер. Я за команду, и я в команде. Самый мощный двигатель – это вера. Вера в себя, вера в команду и вера в проект, который мы делаем. Идет убийство буквально сельского населения, сельской инфраструктуры. Всех молодых, талантливых людей сгоняют в мегаполисы. Люди живут там в бетонных клетках. Мы ни у кого не спрашиваем, ни у правительства, ни у власть имущих, хотят они это или нет. Мы хотим, мы все хотим. Вот этот проект несет свет миру, будущее, и просто Бог нам дал возможность поддержать этот проект. У меня никогда не было опыта, как я уже говорил. Но как-то же я это начал делать. А как я это начал делать? Потому что в первую очередь я пошел учиться. Человек, получая образование, он никогда не будет бедным. Вот никогда. И благодаря обучению ты можешь приумножить свои капиталы в 1000 и 10 000 %. Каждый раз, когда слушаю презентацию технологии Skyway, бизнес-возможности Свига, мне хочется еще раз зарегистрироваться, еще раз начать работу. 1000 километров на юнибайке за 8 часов. Представляете, вы садитесь в юнибайк за 8 часов, весь Крым, горный Крым, степной Крым. Потому что неравнодушным остаться просто невозможно. При помощи транспортной системы Skyway будут освоены абсолютно все местности. Те места, в которые мы сейчас не имеем с вами доступа. Этому транспорту не страшны ни тайфуны, ни цунами, ни смерчи, ни какие-то там даже террористические акты. В сравнении с самолетом, струнный транспорт Юницкого признан наиболее экономически выгодным. 8 раз, с поездом на магнитном подвесе в 9 раз, с высокоскоростной железной дорогой в 3 раза. Поэтому кто хочет с нами плыть в этом корабле, у которого триллионный бизнес? Кто? Я вернусь из этой поездки, думаю, что другим человеком. Впрочем, я это знаю, что я буду другим человеком. Представьте свою жизнь через 3-5 лет. Представили? Изменится ли ваша жизнь, если вы будете заниматься тем, чем занимаетесь сейчас? Изменится ли ваша жизнь, если вы начнете активно, профессионально заниматься тем направлением, которое в ближайшие 3-10 лет будет уже многомиллиардным, а возможно и многотриллионным бизнесом? Но знаете, что нужно сделать? Закатать рукава, перестать надеяться на соседа, взять ответственность на себя и сделать то, что вы никогда не делали. Подойдите к этому обрыву и прыгните в неизвестное. Только там, где ничего не понятно, там есть возможности, которые вас ждут.
отвечать на вопросы. Как вам ролик вообще, да? Когда переход сразу на 11-й этап? Скоро, с завтрашнего дня мы не переходим на 11-й этап, потому что тут еще вот люди так с ноября у нас, кто знает в АИ просрочках, у нас они по-новому сегодня называются, если вы зайдете сейчас вот. Сейчас я хочу зайти на сайт и сказать, как они у нас называются. У них будут изменены дисконты. И скажу сейчас конкретно, точно в каких АИПах. Так, сейчас. С завтрашнего числа, с первого числа мы говорили об этом. Продлились сначала 10 октября, потом нас попросили как бы до ноября. И за неделю до ноября мы говорили о том, что будут изменены. У нас очень как бы высокий дисконт был на просрочки. Такие как вот начальный, осенний, оптимальный, АИП уверенный, АИП сильвер, АИП профессиональный, АИП платинум, АИПР ВИП. Бриллиант и элит. И вот были, сейчас изменятся дисконты, видите, завтрашнего числа, да, то есть на 3 месяца, на 10 месяцев, ну и тоже вот с самого начала. Поэтому, скажем, у нас так были как бонусные завышенные, сейчас мы их делаем чуть ниже, ну, потому что такие вот, скажем, дисконты практически везде в компании и в других фондах, поэтому мы делаем одинаковые, скажем. Просили, чтобы, говорит, ладно, вот промоушен у вас, ладно, бог с ним, но, пожалуйста, сделайте одинаковые дисконты, чтобы были везде. Поэтому у нас сейчас одинаковые дисконты будут со всеми фондами, но они ниже, чем мы предлагали до сегодняшнего дня. Сегодня последний день, завтра будет изменяться. Ну, простой пример, вот АИП начальный, да, если он был у нас на 3 месяца, дисконт 35 и 65 на 10, то сейчас на 3 месяца будет 25, и на 10 55, то есть на 20%, а там почти там, на 25% ниже. Ну и так по всем этим АИПам, которые вот я сказал, да. И переход на 11 этап, я думаю, планируется почитайте, когда мы перейдем, когда соберется определенное количество денег, сделается определенное количество работ. И даже если деньги собрались, но работы не сделали, то на этап мы не переходим. Но так как работы сейчас вот происходят, да, и вы можете опять же зайти на сайт компании, вы можете зайти в раздел Skyway, именно на сайт компании, не лично Skyway. И там у вас есть внизу ознакомиться с 15 этапами развития. Вот для того, чтобы перейти там на 11 этап, в 10 мы должны с вами будем что сделать. Вот написано. Трансфер 5 миллиардов акций с дисконтом в диапазоне 1.75 до 1.175. Выполнение работ. Завершение создания рабочей документации на высокоскоростной междугородний тестовой комплекс. Да? Характеристики высокоскоростного комплекса. Протяженность тестового участка 16 км. Из них 1 км совпадает с Берельсовым городским участком, проходящим по территории экотехнопарка. Но у нас, как вы знаете, 22 км выделены. Сейчас мы как бы в процессе выделения этой земли и получения документов на эту землю. Дальше, расчетная скорость движения до 450 км. То есть это завершение создания рабочей технической документации. Ориентировочная стоимость рабочей документации на высокоскоростной SkyWay комплекс в случае продажи документации на мировом рынке, то есть рыночная цена, будет стоить минимум 1 миллиард долларов США, дорогие друзья, когда закончится вот, завершение рабочей документации. Дальше, 10.2. Выделение высокоскоростного направления SkyWay технологии, перевод этого конструкторского потенциала по 80 конструкторов плюс обслуживающий персонал. То есть еще дополнительно 80 конструкторов должно быть. 10.3 пункт. Продолжение работ с заказчиками. 10.4. Продолжение работ по совершенствованию проектной документации на высокоскоростной тестовый участок, струнные технологии и работа до 225 конструкторов. Сейчас у нас уже 250 конструкторов. 10.5 пункт. Продолжение работ по созданию опытно-промышленной и производственной базы холдинга «Экотехнопарк» и «Юнибус». 10.6. Продолжение работ по созданию научного испытательного технологического испытательного оборудования. И затраты на 10 этап. Это 25 миллионов долларов США.
То есть аренда помещений, приобретение дополнительных рабочих мест, конструкторов и так далее. Но вы знаете, что приобретен в октябре месяце, помещение очень большое, нам не нужно будет арендовать эти помещения, они уже будут наши, то есть нам не нужно будет тратиться. То есть мы купили полностью за свои деньги, и плюс еще в том числе, кто купили, еще 4 этажа построиться. То есть что это означает? Балансовая стоимость этого здания, она будет гораздо выше. Понятненько, да? Поэтому, как только будет получено 25 миллионов долларов США, но, как я говорю, что вот с этим финансированием, которое сегодня идет в компанию, мы можем свободно, ну, скажем, закрыть примерно за 2 месяца. Но так как у нас есть, и тогда произойдет переход на 11 этап. 11 этап по плану с января по переходу по апрель 2017 года. То есть я думаю, что, ну, скажем так, раньше января, наверное, скорее всего, ну, мы не подождите, 10 этап с ноября по февраль 2017 года. Поэтому, ну, скажем, раньше, чем январь месяц, скорее всего, на 11 этап мы не перейдем. Но все может быть, потому что у нас есть в проработке сейчас Максим Гафияк работает по договорам с крупными инвесторами, которые, ну, скажем, готовы профинансировать сумму примерно в 2-3 раза больше, чем нужно на 10 этап. Готовы профинансировать. И уже вот на этой неделе, которая будет на следующей, да, в ноябре, пройдут первые платежи. То есть, так как большие суммы сразу не проходят, сейчас они хотят сделать несколько мелких платежей. И вот как только мелкие платежи пройдут, значит, да, потом смогут пройти и более крупные. Как я еще раз говорю, что у меня сомнения в том, что большие деньги пройдут, их просто не пускают, потому что очень много контрактов подписано лично у меня, даже там на 5 миллионов долларов, да, человек только 300 тысяч завел, потом много миллионов контрактов подписано, а люди не смогли перевести там, ну, чуть больше 100 тысяч, как частное лицо перевел, а не как от той компании, которая покупала. Но еще какой большой плюс, чтобы вы понимали, мы сегодня, дорогие друзья, можем работать с предприятиями. Сегодня есть технологии работы с предприятиями. Виталий объяснял, по России это можно точно так же работать. Когда директор, руководитель предприятия, к примеру, захотел сотрудничать с нами, ну, это примерно как по страховым компаниям, лайф-страховки были, вот то же самое, такая принцип работы. И этот принцип работы я объясню 21-го на этом вебинаре по планированию. То есть как работать с предприятиями, как подключать предприятия, потому что мы сейчас можем подключать предприятия, и чтобы вы понимали, предприятия, где работает там 1000 человек, 5000 человек, 10 тысяч человек, и руководитель заинтересован, то есть вы убедили руководителя, да, то есть вероятность того, что, ну, вот как сейчас я вам хочу сказать, сеть супермаркетов, строительных супермаркетов, вернее, да, по Крыму, мы здесь сейчас договорились, и мы проведем там лекции по финансовой институционной грамотности. И люди, которые, скажем, хотели более такой вот инженерный состав, скажем так, не рабочих, да, там продавцов, а просто, ну, более начальников, скажем так, да, и менеджеров. А я говорю, да нет, давайте на всех мы проведем лекции. Вот сейчас я приеду с Москвы, после 15-го будут запланированы в таких торговых центрах, ну, у них там есть помещение и обучение своих сотрудников, я буду проводить тренинг для их людей, и мы предлагаем еще интересную такую вещь, чтобы вы понимали, вот в чем уникальность Skyway Invest Group. Так как мы предоставляем доступ к образовательной базе данных, и мы, скажем, несем просвещение и образование, то компании, когда оплачивают за консалтинг и за обучение нам, подготовку персонала, там персональные лекции их персоналу, то у них это уходит на затраты. То есть для предприятий очень выгодно, потому что мы с некоторыми предприятиями, когда обговорили, он говорит, ух ты, как классно. То есть я могу, говорит, списать на затраты, то есть это оптимизация налогообложения, и получить доли компании Skyway. Я говорю, да, совершенно верно. Поэтому вот эта технология очень хорошая работа, и мы подключаем, сейчас будем готовить на Master Profi 6, как раз уже как работать и на вот эту тему, когда у нас будет, кстати, я там тоже эту тему подготовлю и выступлю, как работать с предприятиями, что нужно говорить, каким образом работать. Мы пригласим всех, кто прошел Master Profi, первый, второй, третий, четвертый, там, пятый, чтобы вы тоже услышали эту тему, ну или послушали потом ее в записи, как работать с предприятием. Потому что, ну, приведу пример. Да, если человек, у человека вот у нас пример есть в одной стране, не буду пока говорить, там Южная Америка, там руководитель предприятия, который очень загорелся, у него 8 тысяч сотрудников. То есть там
Проведутся сейчас лекции по инвестиционной грамотности, по технологии Skyway, и он сможет очень большую сумму списывать на затраты по образованию, а людям хорошо они получают. То есть это люди, которые говорят, да, мы хотим, чтобы часть денег у вас на зарплаты и шло на, скажем, Skyway Invest Group, да, на образование, и за это они будут получать долю компании, да, еще как бонусом. И компании хорошо нас списывают на затраты, и людям хорошо, и директору хорошо, потому что есть технологии, где он может получать это хорошие бонусы. То есть всем от этого только хорошо. Ну, это как работает вот страховая компания, у вас страховка. Мы предлагаем такие вещи. Поэтому, как только мы это сейчас включим, а я думаю, уже ноябрь тестовый будет, а в декабре очень огромное количество предприятий сейчас включится в работу, именно как предприятие, то это еще увеличит финансирование компании и поток на компанию. То я так думаю, что, ну, скажем, январь, вот нужно ориентироваться на январь месяц, да, что январь там может быть, конец декабря, январь месяц вот по плану. Ну, то есть мы хотим, конечно же, в график сейчас войти, чтобы в график финансирования, как написано в этапах. Ну, вот ответил, наверное, долго, но думаю, кто-то разжевал, да. Есть желание оставить неизменным АИП до 4 ноября, получится, Владислав. Владислав, вы знаете, я не знаю, вот если будет много как бы пожеланий, но здесь, наверное, вряд ли, потому что айтишникам уже дана была задача, и с завтрашнего дня они 100% будут, скажем так, переводить. В общем, я не знаю, если сейчас будет огромное количество службы поддержки там писаться пожелания, ну, тогда надо будет просто связываться с айтишниками и их предупреждать, потому что у них там по плану ночью должен быть переход на, скажем, на новый дисконт. Андрей, вы прекрасно выглядите, это нас радует, ведь у вас такой загруз, но тем не менее вы в форме. Спасибо. Я сейчас йогой занялся, кстати. Два раза в неделю приходит тренер йоги. Мы с женой занимаемся. И, ну, скажем, йога и цигун мне очень много сил дают. Поэтому йога мне с детства нравится. Я с детства как бы занимался там периодически вот йогой. Поэтому сейчас вот исцеляет, скажем, такие вещи. Благодарю за так. Давайте вопрос. Андрей Федорович, на летнем итоговом вебинаре вы говорили, что после Skyway вы с Анатолием Дарчем планируете развивать еще один проект, который несколько раз мощнее Skyway. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь еще об этом и о том, можно ли будет инвестировать в него рядовому гражданину, как в Skyway. Скажу мою позицию, да. Ну, я не могу открывать планы Анатолия Дарча Веницкого, скажу сразу, да, это его. И, как говорится, у нас негласный есть джентльменский договор, что все, что он говорит и по секрету, то это остается только между нами. Вот когда он захочет сказать, тогда он скажет. Я хочу сказать, моя позиция, что я очень как бы всегда ненавязчиво пытаюсь убедить Анатолия Дарьевича, но ему эта идея тоже нравится, чтобы, ну, по крайней мере, на первых этапах адресные проекты финансировались через многоуровневый краудинвестинг, потому что даже вот, ну, крупный капитал, он хочет вкладывать в строительство деньги, но не хочет вкладывать деньги в техдокументацию. Ну вот крупный капитал такой, да. Хотя вот у меня желание, чтобы мы даже с многоуровневым краудинвестингом мы в строительство входили. Я примерно вижу, что действительно 30, а то и может быть 50% денег мы сможем давать именно по многоуровневому краудинвестингу даже в строительстве. Единственное, там нужно было правильный расчет сделать. Там не будет уже таких дисконтов, как с корневой технологией. Там будет гораздо меньше на первом этапе. А когда уже там будет этап строительства, и там уже, грубо говоря, станции строятся, уже вот запускаться линии там по километрам, да, то там уже, ну скажем, даже дороже номинальной цены будет стоимости акции. Но лично мое, почему я этим занимаюсь, скажу вам сразу. Я хочу участвовать во всех проектах строительства и других проектов Анатолия Дарьевича Веницкого именно народным инвестированием. И чтобы не просто народное инвестирование, краудинвестинг это было, а чтобы это был многоуровневый краудинвестинг. Это лично вот мое желание и все проекты, которые сегодня, скажем, есть, и мне нравится позиция Анатолия Дарьевича, последний понимает, что у нас должно быть миллиард человек, которые поддержат его, тогда это очень высокий уровень, скажем, на многих фронтах, скажем так, и политических, и экономических, и социальных, и так далее. И
все проекты, которые есть, естественно, какая-то часть в этих проектах, да, есть проекты, которые там, ну, невозможно дать краудинвестинг многоуровневыми. Там будет только, может быть, краудинвестинг только исключительно, и бонусов там практически не будет никаких, потому что, ну, есть такие проекты, которые, ну нельзя там, ну, к примеру, вот если недвижимость, может, недвижимости увеличить в раза больше стоимость недвижимости. Сегодня рынок диктуется стоимость недвижимости, правильно? Потому что есть стоимость бетона, это когда можно снизить стоимость на недвижимости? Когда ты свой бетон делаешь, свою арматуру делаешь, да, вот тогда, может быть, и свои стройматериалы ты делаешь, вот тогда у тебя, может быть, цена может быть в 2 или в 3 раза ниже, тогда можно и сеть подключить. А когда этого нету, то невозможно это сделать. То есть так во многих вопросах. Но хочу сказать, моя позиция еще раз, да, чтобы во многих проектах Амтрак присутствовала сеть многоуровневого бизнеса и чтобы это было по краудинвестингу. Планируем ли мы обучение по адресным проектам и создание команды под эти цели? Ну, скажу сразу, уже команда создается в лице Черного Игоря. Он уже один из первых, который вот инициирует реальный адресный проект. Если, предположим, завтра нужно будет уже его финансировать, если скажет, да, мы будем финансировать, то уже завтра все готово для того, чтобы финансировать и строить проект в городе Могилеве. Там 2,5 километра, 8 или 10 юнибусов там должно ездить, поэтому все готово. Поэтому он уже проходит сейчас опыт и постепенно создает команду из этих людей. Но так как компания сказала сейчас все адресные проекты поставить стендбай, скажем так, да, то есть мы их, скажем, пиарим. Мы вовлекаем круги некоторых чиновников и политиков, чтобы они нам помогали это продвигать. Но пока не будет полностью профинансирован экотехнопарк, адресные проекты никакие рассматриваться не будут. Когда они могут рассматриваться? Когда есть реальный инвестор. К примеру, приходит реальный инвестор и говорит, мне нужно 10 километров пути. Ну, к примеру, да. И, скажем, я плачу свои собственные деньги. Ну и тут смотря за что. Вот если это проект, ну как пример приведу, да, есть некоторые проекты, где нужно в университете там 500 метров сделать SkyWay. То есть там это не финансовый проект, там денег не будет. И как Анатолий Дарович Минский говорил, да, ну вы же все инвесторы. То есть вы же хотите, чтобы и прибыльность была. И он мне говорит, вот Андрей говорит, ну как мы будем смотреть в глаза инвесторам, если мы сейчас будем делать вот эти проекты маленькие, которые прибыли вообще не дают, да? И потом мы скажем, а у нас уже есть адресные проекты, которые работают там, и там, и там, и там, и они вообще прибыль не дают. Да? Задается вопрос, а почему, для чего мы их строим? Мы же строим для того, чтобы показать высокую прибыль, высокую окупаемость, быструю окупаемость, да, и что действительно то, что мы заявляем, что проект 3-5 лет срок окупаемости при 5% пассажиропотоке, либо по грузовому пассажиропотоку сейчас, ну, самые вот прибыльные – это высокоскоростные городские перевозки, а потом уже высокоскоростные грузовые перевозки. Что я называю высокоскоростные? Когда грузы будут идти со скоростью 100-150 км в час. Не 10, 12, 15, там максимум 30, а 100-150 км в час. Вот это высокоскоростные грузовые перевозки. Да? И когда они окупаются 2, 3, 5 лет, вот это тогда инвестиционная привлекательность для крупных денег. И поэтому, скажем так, если мы доверяем только еще низкому сегодня, вкладывая деньги и поддерживая его, то я доверяю ему и в выборе адресных проектов, которые он выберет. Если он выберет проект, к примеру, а он будет выбирать тот проект, который будет с меньшими проблемами, внедрение меньше, чтобы меньше проблем было, да, почему вот Индия рассматривается, там меньше проблем. Либо Вьетнам, там с большим удовольствием хотят нас, да. Как только, скажем, мы закроем вход в корневую технологию, а нас будет, к примеру, 100 миллионов человек, а мы там по 1000 долларов в год скинулись, и вот, пожалуйста, у нас есть деньги даже больше, чем на этот проект по Вьетнаму. Так там Вьетнам за полгода окупаемость, ребят, 200% годовых. Естественно, компания пойдет туда, где более прибыльный, где меньше проблем для того, чтобы внедрить этот проект. Поэтому мы уже готовим такую команду, и на мастер-профи мы как бы даем базовое обучение по инициации проекта. Но здесь вы должны понять важную, главную вещь, друзья. То есть нужно понять следующее. Адресный проект нужно внедрять там, где есть, первое, чиновник, который нас поддержит, он должен
стать нашим соинвестором. Если он не стал нашим соинвестором, он нас не поддержит дальше, он не будет этого делать. Это раз. Второй момент, там должны быть люди. То есть хотя бы 1-5% населения, которые уже говорят, да, нам транспортная система это нужна. Почему? Тогда мы заявляем радио по телевидению, что мы провели опросы общественного мнения, и 5% горожан хотят эту транспортную систему. Посмотрите, у нас есть документ, у нас есть социологические исследования от института. У России мы работаем с Ломоносова, кажется, с Ломоносова, да, академия, там, кафедра социологических исследований. Ну, если вдруг я ошибся, меня поправят, точно не укажу. Поэтому внедрение адресных проектов может быть там, где есть непосредственно инвестор, у которого есть деньги, и мы должны быть 25% доли в этом проекте. Ну, к примеру, вот у нас есть некоторые проекты с нефтяниками, которые хотят сейчас провести, да, пока на стадии обсуждения только и разговоров, ну, я называю бля-бля-бля, много разговоров, а мало движений, да. Но, тем не менее, им интересно. Они готовы все заплатить сами и дать нам долю 25%. Хотя они хотели там 20, мы сказали, нет, только 25%, да. И тогда еще плюс мы обслуживаем этот проект. Естественно, мы участвуем в прибыли этого. Потому что не только доля, но еще прибыль нам нужна от этого. Да? Нужно посчитать прибыль. А там сложно просчитать прибыль. И поэтому вот эти моменты, они тоже немножко задерживаются. Но и, скажем, пока юникары, не юникары, а именно наливные, которые будут возить там нефть, да, в Сибири, пока еще это не сделано компанией, не представлено компанией, не сертифицировано. Поэтому об этом только разговоры. Убеждаем, что раз у тебя много денег, ну, поинвестируй хотя бы 100 тысяч. Ну, ладно, нет 100 тысяч, но хотя бы 10 тысяч юнитов, да. Ну, человек не инвестирует, говорит, мне только нужно в адресный проект. Ну, понятно, если он не хочет инвестировать в технологию, значит, он не верит в это, значит, мой адресный проект тоже так. Это, знаете, как говорят французы, бля-бля-бля. Все. Поэтому мы уже готовим, уже это все делаем. Кто провел сертификацию системы в Марьиной Горке? Есть ли итоговые документы, можно с ними познакомиться? Алгин. Сейчас идет сертификация, и на первом этапе она готовится. Посмотрите видео, какой институт сейчас и какие сертификационные, ну, скажем, палата российская, это российская, да, то есть именно российские сертификационная палата и какой институт проводит эту сертификацию. В одном из видео вы видели, там у них надпись на этом, как называется, на спине, то есть они от этого института. Это, кстати, тот институт, который, ну, академия сейчас называется, которая зарубила Юницкого в 2001 году, сказал, ну, классно, струны ты построил, но ты построишь 1000 километров, все нафиг обвалится. Да? А потом приехал, сказал, ребята, вообще, ну, круто у вас здесь. Поэтому документация появится только тогда, когда закончится этап сертификации. А кто ведет, ну, в новостях читайте, там написано. Так. А весной точно начнется стройка адресного проекта уже на полигоне. Но я не знаю, первый раз такое слышу, что адресный проект на полигоне должен строиться. Скажу, что есть такое предположение, и один из наших, один из футурологов, Сергей Сибиряков, они создают сейчас Академию культурологии, и он сказал, что в следующем году мы видим на наших глазах, на экофестивале, мы увидим, как будет строиться вот эти 1000 километров, которые за месяц, из технологии строительства, быстрого строительства, 1000 километров за месяц. Это технология Минского, которая сейчас это называется 4+, то есть если вот дорога эстакада 4-го поколения, то это 4+ поколение, да, то есть он должен показать. И вот говорит, вот Анатолий Дальше прям покажет вот это, Анатолий Дальше ничего как-то не сказал, да, ну посмотрим. Хотя он сказал, Анатолий сказал, что Сергей Анатольевич, вы фантазер, скажем так, да. Но Сергей Анатольевич сказал Сибиряков, что мы увидим, вот, я верю в вас, Анатолий Дарьевич, что вы нам это покажете. Ну, все может быть. Поэтому вдруг и правда мы увидим через год, как реально строится вот 1000 километров. Да, Нелли, что там? Андрей Федорович, да, может быть, чтобы вам не искать, я зачитаю выше, о, которые давай, были вопросы. Давай. Да. Один хоть, да. Угу. Да, потому что я записываю, вижу... Значит, задавали такой вопрос. Какова позиция нашего фонда к направлению внедрения криптовалюты Skyway? Наше, опять же скажу, наше положение. Мы не разрабатываем отношения и положение. Мы не разрабатываем криптовалюту, разрабатывают и не разрабатывают компания Skyway в лице ЗАО «Струнный
технологии тоже никаких криптовалют не разрабатывают. Разрабатывают криптовалюту, которая будет называться SkyCoin, скорее всего, или мы как-то по-другому, да. Группа инициаторов, в данном случае в лице Сергея Сибирякова и Алексея Суходоева, наших футурологов. И то, что мне сказали, по крайней мере, что, ну, скажем, когда начнется майнинг, или как правильно это называется, да, когда нужно будет вкладывать деньги в ликвидность криптовалюты, потому что должна быть обязательно ликвидность, да, кто-то должен обеспечивать ликвидность криптовалюты, это, ну, скажем так, от 100-200 тысяч долларов. Там не будет сети, как мне сказали, но может быть максимум там одноуровневая реферальная рефералка, да, ну, максимум, это когда ты привлек крупного, скажем, человека, который хочет вступить в ряды поддерживающих ликвидности криптовалюты, да. И я задал вопрос, ну, вы за эти деньги будете покупать акции Skyway, на что, ну, как бы, ответа не было. Говорит, нет, пока планируется, она деньги для другого. Но цель какая, я понял, какое мое отношение, я скажу к этому всему, да, что когда будет коин, который будет на бирже, и можно будет через эту биржу продавать этот коин и, соответственно, как они говорят, акции Skyway. Я себе пока еще не вижу, как это может быть. Когда они откроются, может быть, они расскажут, потому что я не владею, чуть, ну, я расспросил и поговорил. У меня есть еще ряд вопросов Сергею и Алексею, я задам, да. Но хочу сказать одну важную вещь такую по криптовалютам. Вот криптовалюта, в которой есть в основе какая-то технология, если она растет, вообще что такое криптовалюта? Цифровая обработка данных с высокой степенью протокольной защиты. Ну, чтобы вы понимали, да? То есть это протокольная часть с высокой степенью защиты, и плюс определяется стоимость криптовалюты. Ну вот вы можете посмотреть мой вебинар, и если здесь можете, пожалуйста, найти мой вебинар на Академии частного инвестора, там есть вебинар про криптовалюту, где я рассказываю, что такое вообще криптовалюта. Это мое отношение, чтобы вы понимали, криптовалюта, криптофигита, я их называю, да. Они основаны на спросе и предложении, рыночном спросе и рыночном предложении. Конечно же, для меня это напоминает тот же МММ 2004 года, не 2011-2004 года, да, воздух, либо фьючерс на не поставочный фьючерс, а фьючерс как производный инструмент биржи, потому что это тоже воздух, да, и это узаконенная часть такая, которая, ну, скажем, как говорят, вот они говорят, что мы децентрализованы, дорогие друзья, но чтобы вы понимали, почему мое отношение очень немножко такое вот, смешанные чувства у меня. А знаете анекдот про смешанные чувства? Я могу рассказать анекдот, все поймут. Можно, да, наверное? Ну, что такое смешанные чувства, спрашивают, да? И вот кавказец говорит, это когда моя теща съезжает в пропасть на моем любимом Мерседесе. Вот это называется смешанные чувства, да? Так вот, у меня смешанные чувства по отношению к тому, что сейчас делается, потому что, как мне кажется, в большей степени это пиар для того, чтобы привлечь тех, кто работает с криптовалютами, чтобы сказать, что у нас будет криптовалюта, и поэтому они сейчас вот должны, ну, как бы прийти, да, вот точно так же, когда у нас было с Сергеем Сибиряком, тогда он работал в SkyWinners Group, идея, что мы дальневосточный банк, который у нас есть, мы сможем воспользоваться и как-то его применить в SkyWay. Но так мы его не применили, так и не воспользовались. Да? Но шум был, определенное количество людей благодаря этому шуму мы привлекли. Ну вот, мне кажется, может быть, и здесь этот шум способствует привлечению в SkyWay, что очень хорошо, чтобы люди не вкладывались там во всякие крипто, которые сегодня очень много воздушных, я называю, они воздушные, потому что из воздуха состоят, у них нет основы. Да, если говорить о биткоинке, биткоин, там крутые дядьки обеспечивают ликвидность, поэтому он растет. Ну и плюс огромное количество пирамид сегодня пользуются биткоином. Плюс биткоин можно обменять. И всю процедуру обмена, если я не понимал еще полгода назад, то сегодня я понимаю, почему можно любой биткоин обменять в любом направлении. Работает ли компания, сама компания в этом направлении? Да, прорабатывает.
И рано или поздно, чтобы вы понимали, вот когда называют там криптовалюта или еще валюта, да, в ближайшие 15-20 лет с компанией СКВ мы приведем к новым формам расчетами между людьми. То есть если эти расчеты были денежные, а если деньги, то это финансы, если финансы, получили лицензию. Да? Весь, естественно, финмониторинг и все финансовые институты мира, и финансовые операторы, естественно, контролируют. Да? То нам же необходимо для того, чтобы пользоваться благами цивилизации, система взаимообмена. Потому что деньги – это есть система и мера взаимообмена между людьми. Так вот, сегодня можно создать и с помощью системы кооперации. В России давным-давно разработаны технологии с российскими кооператорами, и мы это поддержим, и мы об этом думаем, и мы постепенно прописываем программы, как это сделать. Это система учетно-расчетной единицы. То есть, если это будет учетно-расчетная единица, прототип криптовалюты, нам не нужна будет лицензия, нам не нужно будет мониториться финмониторингом, ну и так далее, и так далее. И следующий момент, который ну, важен, да, это чтобы как больше можно количество людей пользовалось этой учетно-расчетной единицей. Да? И вот если огромное количество, ну, к примеру, вы садитесь в такси, можете рассчитаться, ну, к примеру, юнитом, да? Или вы идете в какой-то магазин специализированный, который, ну, может быть, ну, не знаю, в системе Skyway находится, и вы можете юнитом рассчитаться. Ну, то есть он востребован, к примеру, да? А почему? Потому что люди готовы им платить. Почему? Потому что это выгодно. А почему выгодно? Ну, мы не знаем еще, почему выгодно, но выгодно платить. Вот тогда это имеет ценность взаимообмена между людьми. И вот криптовалюты, вот как в лице биткоина, первого пионера такого, хотя он не первый, эфириум, да, хотя если он сейчас сделался криптовалютой, да, но он, в реальности у него технология, банковская технология взаимообмена, взаиморасчетов, скоростных взаиморасчетов, да, и вот у него технология, и он еще сделался криптовалютой. То есть, и почему это будущее может быть криптовалютой? Потому что, скажем так, если деньги, они просто как мера обмена, а криптовалюта, она может стать не просто мерой обмена, а чем больше участвуют пользователи этой меры обмена, и происходят какие-то доходности, там, тем выше стоимость этой меры обмена. Ну, может быть, я вот так, наверное, как-то заумно сказал, но это то, что чем больше количество людей и компаний, и услуги пользуются, к примеру, юнитом, ну, как пример, да, или юникоин он будет называться, хотя мне не нравится коин, коин, да, это что, число, а юнит, да, то значит, он будет востребован. А если еще в основе будет лежать технология, доходности от активов, рост капитала, вот вы, пожалуйста, он растет за счет этого еще. Не только за счет взаимообмена и спросом, и предложением, а за счет того, что он постоянно растет, что больше людей этим пользуются, больше услуг происходит этой меры взаимообмена. Ну, как вот американский доллар взять, да? Почему, может быть, они пирамиду эту и выстроили себе такую финансовую, в лице доллара, да? Потому что американским долларом пользуется огромное количество структур финансовых в мире, и американский доллар с любого валютообмена в мире получает комиссию. Ну, чтобы вы понимали, да? Обмениваются там между собой, к примеру, там в Италии сейчас лиры, а евро, да? Мы возьмем там китайский юань хочет обменяться с рублем, вот значит заработает японская иена, заработает евро, заработает доллар. Захочет рубль обменяться с рупией индийской, значит заработает фунт, заработает евро, заработает доллар, заработает евро. Там валюта обменит только, да? И вот можно сказать, что доллар это тоже криптовалюта. Ну только цифровая криптовалюта в реальном режиме времени обсчитывается любая операция и сразу выдается сумма стоимости этой криптовалюты, да, и тогда есть момент. И сегодня, который момент, ну, который я положительный момент услышал от наших футурологов, что они планируют, чтобы количество операций в секунду, ну, очень такое объемное, я хочу переспросить, может, я не то услышал, но я в секунду услышал, что или в минуту 7 миллиардов операций в секунду. То есть, что это означает? Сегодня биткоин немножко зашивается с тем, что уже, чтобы смайнить один биткоин, да, ну, чуть ли там затраты не идут, как в доме у вас там месячная плата электроэнергии, да, идет на это дело. То есть, он слишком дорогой
становится биткоин. Потому что сейчас процедуры криптовалют еще и сложные, тяжелые. И если, ну, на примере, да, банковская операция проходит с Visa MasterCard, к примеру, оплата 3-5 минут, то вот этот вот, который коин новый сделался, новый, он гораздо раньше, чем биткоин появился, именно в сфере банковского услуг, он, скажем так, еще и растет за счет вот этих комиссионов, которые получаются в услугах взаимообмена банковского, да, естественно, часть этих денег входит в эти криптовалюты, стоимость криптовалюты растет именно на основании этого, да. Вот это один из важных моментов, ну, самый главный момент, что, используя вот эту систему, секунд, за секунду операция проходит, не 3-5 минут, а секунду. Эффективность будущих вот этих вот расчетов, учет расчетных единиц, она и будет заключаться в скорости обработки данных. Мало того, что протокольная высокая зашифрованная часть, а еще и обработка данных, чтобы не 10 минут висит там, ждешь, пока местные деньги на счет упали, а они только когда оплатил, и они уже в личном кабинете. Ну, понятно, да? И не просто в личном кабинете, а ты здесь уже оплатил, к примеру, там в России я оплатил тут $10, а, к примеру, в Англии. И через секунду они уже на взаиморасчет, а туда же деньги не пришли, а система взаиморасчетов пришла, протокольная часть пришла, что вот все, теперь у вас эти деньги есть. Понятно, а списались они где-то с другого счета. Ну, я думаю, ответил, да, Нелли? Дальше, да? Да, еще вопрос три раза задавали, один и тот же. Когда будут конвертированы доли в ПО Евразия? Сейчас вопрос этот решаем, дорогие друзья. Я думаю, что, ну, до Нового года мы 100% решим, потому что там некоторые сложности, так как вот со SkyWay мы быстрее со Свигом сделали, там было проще. С ПО Евразия там немножко сложнее, и поэтому мы думали, сначала эти доли пройдут как в Свиг, а сейчас это будет как отдельное подразделение, и это очень хорошо. Это подготовка в ближайшее время к будущим вот этим адресным проектам, потому что многие адресные проекты по России, по крайней мере, мы будем запускать через целевые программы именно по Евразии. И поэтому мы сейчас как раз подготавливаем эту базу. Но я думаю, что до Нового года, ну, по крайней мере, надеюсь, что нам айтишники говорят, что по идее должны, а может быть, даже раньше управиться. А спрашивали вас, который задают обычно, будет ли внутренняя биржа и когда? Значит, опять же, посмотрите, внутренние биржи, вопрос с внедрением криптовалюты, он уберет вообще вопрос внутренней биржи. Почему? Потому что тогда свободно можно будет обменять, скажем, свою акцию на крипто, вот, которая будет, а крипто вывести и получить. То есть вопрос во внутренней бирже вообще будет отпадать. Поэтому я говорю еще раз, мы разговаривали с компанией, ничего сейчас не делает, но она смотрит со стороны, и есть специалисты, которые уже изучают. Изучают, каким образом это может быть внедрено, потому что раз у нас будет своя система автоматизации управления, а это все потом будет зациклено на этой автоматизации управления, и все завязано, то в этом направлении и будет, хочу сказать, своя какая-то учетно-расчетная мера единицы, да, и плюс еще не просто расчетная, а еще и, представляете, это автоматизация управления транспортных средств, да, еще сюда подвести. Как опять же наши футурологи Сергей Сибиряков и Алексей Сухарев говорили, что в будущем любая операция, когда я задал вопрос, что будет влиять на цену, он говорит, любая операция, услуги, продажи там твоих тренингов, допустим, да, и так далее, это может влиять на рост цены на этот коин. Да? Как, опять же, я себе еще не представляю это, и, ну, посмотрим, откроется, они говорили, что в ноябре откроют, ну, посмотрим. Ну, плюс еще вы видели, по крайней мере, по Российской Федерации сейчас в Европе хотят урегулировать любые криптовалюты, и это я считаю правильно, потому что, говорят, децентрализованная, то ничего децентрализованного нет, ребят. Все централизовано и все кем-то управляется. Не верю я в эти вещи, и пускай сказки мне не рассказывают. Как говорят, рынок децентрализованный. Рынок сегодня играет по рыночным правилам. Но у меня всегда вопрос был, знаете, вот такой. Я тогда занялся фондовым рынком, полностью изучением. У меня был простой элементарный вопрос. Значит, ну, новости, к примеру, да, там тогда Луганский завод на Донбассе, Лисичанский завод, кажется, или Луганский завод,
В общем, они производители локомотивов. Значит, они подписали, представьте, шикарные новости, подписали огромный контракт с Россией на поставку локомотивов. Да? То есть, по идее, акция должна расти. И акция, естественно, этой луганской компании, или луганская, или вот забыл как-то, компания, она растет. Вот смотрю, классно, растет. Новости только вышли, она растет, растет. Как только в 4 часа выходит американский рынок, и новости приходят по безработице Америки, и вдруг они отрицательные новости, они положительные. Рынок, акции этой компании, которая продает локомотивы в Россию, вдруг начинает падать. Я задаю вопрос, каким образом работница по безработице влияет на рыночный ход вообще других взаимоотношений? Других. Наоборот, у России будут рабочие места, у Украины будут рабочие места, здесь в этом регионе будут рабочие места, валюта будет приходить, то есть шоколад будет, по идее, акции должны это расти, по идее, да? Нет, они выросли, а потом бумс и упали. Так вот, я к чему это говорю? И они говорили, что это все рыночный спрос диктует. Да никакой рыночный спрос. У меня такое ощущение, что все эти фонды валютные рынки в мире, там есть программа, которая контролирует, как это все должно ходить, и там какой-то такой умный архитектор, который это все придумал и завел. Точно так, когда говорят, что биткоин, он децентрализован, никем не регулируется, это круто. Да что ж крутого, да? Если начинают там украли у тебя деньги с кошелька, а ты ничего не можешь сделать, и никто не может сделать, и потом говорят, ну это хакер, извините, а мы ничего не могли сделать. Это что, нормально по-вашему? Да ничего не нормально. Поэтому я считаю, наоборот, отношение должно быть следующее. Если регулируется, да, и регулируется определенными там государственными какими-то моментами, но не так, что это узаконит, там, и там, вот, они же как это все могут урегулировать? Так, чтобы только себе это все сделать, а не людям. Ну, посмотрим, как это будет. Но я считаю, что любая криптовалюта должна быть регулированной, обязательно регулируемой и контролируемой. Это мое мнение, личное мнение. Данный счет. Вопрос такой еще был. Зависит ли размер дивидендов от количества построенных дорог? Конечно, зависит. И сколько я стоит один километр дороги? Километров дорог в среднем стоит от 2 до 10 миллионов за километр, в зависимости, входит ли подвижной состав, входит ли станции и какое количество подвижного состава. Потому что на стоимость километров дорог влияет количество подвижного состава и количество станций и должность этих станций. Да? Поэтому в среднем есть формула. Посмотрите мое видео, это новички так говорят. Есть видео на нашем канале с КВН Виз Групп. Или наберите в Ютубе, за счет чего происходит рост акций и дивидендов компании Skyway. Ковратов Андрей. И там есть и расширенное такое двухминутное или пятиминутное видео, и 15 или 20-минутное видео, где я показываю, за счет растет. Конечно же, ну, просто пример приведу. Ну, так вот, навскидку скажу, что когда будет построено 50 миллионов километров дорог, минимальная акция будет стоить минимум, это 1500 долларов. Это только то, что связано с транспортом. А если еще будет связано с инфраструктурой, с недвижимостью, с другими направлениями, которые Анатолий Дорошенинский еще разрабатывает, и мы как инвесторы корневой технологии участвуем в этих процессах, да, то эта стоимость будет гораздо-гораздо выше. Поэтому там посчитано, и по пассажиропотоку только там посчитано. А если еще применить туда грузопотоки, скоростные грузопотоки, да, городские перевозки, то есть в таком вот плане, да, то там стоимость будет гораздо-гораздо выше. Но 100% дивиденды влияют, и количество дивидендов влияет, зависит от количества построенных дорог, и не только построенных дорог, но еще эксплуатации. Потому что дорог может быть, мы планируем 50 миллионов километров дорог построить, а может мы построим, вот так как у нас сейчас, да, получается, если вы видели, на одной ветке, может быть, ну, вот есть такие рисунки, картинки, да, где вот одна ветка, с этой стороны у нас скоростная вверху, а внизу идут и грузовые понизу, и городские системы. Да? То есть и груз, и городская система, а вверху скоростная система. И здесь в одну сторону, а там в другую сторону, да? То есть двухпутная еще. То есть получается три системы, и скоростная, и городская, и грузовая. То есть можно сказать, три в двух системах. То есть не надо вести отдельно, а все это на одной. Естественно, это дешевле стоит, и может быть нам не надо будет 50 миллионов километров дорог построить, а мы, может быть, в 30 миллионов километров дорог управимся, но пассажиропотоки, грузопотоки будут гораздо выше, чем на 50 миллионов километров дорог. Естественно, и прибыльность будет выше. Простой пример. По Краснодару, да и по Крыму мы делали сейчас опрос общественного мнения, и нам
этот институт делал уже, ну, скажем, заключение. Так вот, чтобы вы понимали, в Краснодаре 65% опрошенных краснодарцев сказали, что им нужен транспорт SkyWay, и они бы хотели в Москву ездить один раз по цене 650 рублей, если не ошибаюсь, такой вот ответ, да? Но самый интересный момент, вот сейчас по Крыму делали, по Севастополю, сейчас по всему Крыму делаем, и в Москве сейчас в ноябре месяце перейдем, ноябрь-декабрь будем по Москве делать, именно в направлении Питера и в направлении Сочи и Крыма. Так вот, я уверен, что москвичи в направлении Сочи и Крыма скажут, все 80% москвичей, что они на выходные бы, каждые выходные бы ездили в Сочи и Крым. Это я просто уверен, да, и ну, посмотрим, когда ответят и что они ответят. Так вот, если мы считаем 5-10% пассажиропоток, а тут пассажиропоток уже получается в 3-4 раза больше. То есть, соответственно, и прибыльность будет гораздо выше. Вот такой вот план. Да, Нелли, какие еще вопросы? Да, еще вопросов. Сегодня, видимо, партнеры все уже осведомленные. Спрашивают про Могилев, когда будет начало строительства. Еще раз хочу сказать, компания сказала, чтобы сейчас мы все строительство, и, то есть в Могилеве полностью уже готово к тому, чтобы уже оплачивать документацию и даже уже строить. Ну, то есть выделять земли и уже дальше строить. Но мы сейчас это поставили в стоп. В стендбай, скажем так, да, стоп, кнопку стоп нажали. Готово, все хорошо уже. Но как только компания сказала, пока не закроется вход в корневую технологию, за народные деньги мы строить ничего не будем. Вот ничего не будем. И это я считаю правильно, потому что мы должны построить сначала, показать сегодня высокоскоростную, потому что много денег нам даст, ребята, я хочу сразу сказать, высокоскоростная система. Не городская даже система, а именно высокоскоростная система нам даст очень много денег. И очень большие перспективы, то, что сегодня никто не дает. Вот такого. Та и городская у них дает, но скоростная даст еще больше денег и еще больше перспектив. Ну, простой пример, да. С Краснодара в Москву каждую неделю ездило бы 65% краснодарцев. Представляете, да? Это скоростная система. Сел с Краснодара за 3 часа в Москве, или здесь, с Севастополя, сел через 4 часа, снег, дождь, там слякоть, туманы, без разницы, и ты через 4 часа уже в центре Москвы, ну, то есть там, где ты, да, там, где тебе нужно. Либо москвичи, нужно им там в Крым или в Сочи, или на Дальний Восток, к примеру, да, с Москвы до Владивостока или до Хабаровска, не на самолете лететь, трястись там, да, а ты в нормальных условиях за 18 или 20 часов ты уже в Хабаровске. И самое интересное, знаете, что 85% опрошенных сказали, что им нужно в новом транспорте. Вот, что бы нужно в первую очередь сегодня в транспорте, в железнодорожном и в авиатранспорте. Угадайте из трех раз, что написали, вот, как вы думаете. Я был, ну, уже не был удивлен, но это веяние времени. Ну, я отвечу, интернет, чтобы был высокоскоростной, хороший интернет. Представляете, да? А что благодаря SkyWay будет? Да у нас интернет будет на очень высоком уровне. На очень высокоскоростной, потому что в зашитых вот этих рельсах еще будет оптика волокна очень высококачественная. Интернет будет везде. Понятно, да? Ну хорошо, дорогие друзья, еще давайте один вопрос и все на сегодня. По поводу Москвы практически... еще раз отвечу. Значит, в Москве у нас будет выставка «Транспортная неделя в Москве». У нас будет конференция 8 декабря. С моим участием, тоже 7 декабря приеду на выставку, посмотрю, потому что там ставят сейчас наш юникар, и как сказали, что и Дмитрий Медведев, и Владимир Путин будут посещать эту выставку, но не смогут не увидеть этот юникар, ну, его обойти просто не смогут. Поэтому вот я думаю, что и Путин, и Медведев в ближайшее время на выставке недели, транспортной выставке в Москве, увидеть, что такое уже SkyWay, не на словах, а на деле, скажем так. Да. Все, да, Нелли? Еще Дамир написал такой вопрос, что он не хочет быть только инвестором, и он спрашивает, как устроиться на работу по строительной части. Ну, по строительной части пока не строят.
строится ничего, поэтому в строительной части пока никак не устроитесь. Как только начнем строить где-то, ну, мы сразу сообщим. У нас много есть претендентов, которые в будущем могут строить. Но я хочу сказать, что даже строители должны будут пройти, скорее всего, почему вот здание, которое выкупили, там еще 4 этажа будут делаться. Анатолий Дарьевич Униский уже пришел к тому, что нужно готовить свои... Ну, приведу простой пример. Те сварщики, которые... Суперфирма, самая лучшая в Минске, первая, которая должна была нам сварить 800 километров, первую. Километр, вернее, да, они сварили по 250 метров и сделали очень, я считаю, вот как специалисты, для меня это шок, потому что они сказали, мы трос туда прокинем, любой из нас знает, что если ты хочешь какую-то трубу что-то просунуть толще, ты сначала туда должен тоненькое просунуть, а если у тебя еще есть возможность спаять это, да, в какой-то там промежуток, то ты должен в каждую промежуточек засунуть ниточку, да, просунуть, чтобы она как бы ведущим, да, привязать более толстый и просунуть туда. Так вот они сварили, когда по 250 метров вы начали просовывать, оно не идет. А Юницкий задает вопрос, а что вы трос туда не протянули тоненький, когда сваривали по 250 метров? Он говорит, а мы же специалисты, мы знали, что мы просунем. А там получается, когда вот так вот было, и трос нужно было просунуть, да, трос не играет. А когда у нас высокий, вот так вот, и трос вот так вот ходит, то все, они просунуть не могли. И опять пришлось резать по 50 метров, делать вот так, как говорит Юницкий. Самое какое обидное было, я считаю, что Юницкому пришлось поделить своей разработкой сварки, потому что они не знали, как это варить, и он им рассказывал, как им варить. И он говорит, то есть я себе готовлю конкурентов, это моя технология сварки. Поэтому пришло время к тому, что будут многие, специальности переквалифицироваться на базе Skyway в Минске, и потом только эти строительные бригады, по крайней мере, их специалисты и бригадиры этих строительных бригад будут выезжать на месте и строить, потому что то, что мы строим, это очень отличается от того, что сегодня есть. И специалистов в строительстве именно этого направления, особенно струнных технологий, да, протяжки струны, натяжки струны, туда потом заливки бетона, таких специалистов нету, дорогие друзья. В мире нету. Поэтому здесь появятся абсолютно новые строительные специальности. И я, конечно же, они, скорее всего, будут переквалифицированы. Я не знаю, как это будет, но я как-то предполагаю, что они будут переквалифицированы. Но когда начнем строиться, я думаю, мы об этом узнаем. Наверное, все, да? Хорошо, дорогие друзья. Я хочу пожелать всем в ноябре месяц поставить себе серьезные планы. На Новый год, вот хороший месяц ноябрь, он предпоследний 11 месяц в году. И в конце ноября уже, почему мы 21-го проводим вот такой тренинг для всех агентов по планированию, а с декабря месяца, вот с 8 декабря у нас будут еженедельные тренинги по каждый из тех, кого я перечислил, тренеров рассказывать свой опыт, как они планируют и как это все происходит. Да, 4 женщины, 4 мужчины. Вы узнаете, каким образом запланировать и свою жизнь на 20 лет, запланировать свой год на ближайший год и поставить главные цели этого года и главные цели этой жизни 20-летней, которую вы хотите ставить. Поэтому, дорогие друзья, до встречи на новых наших вот таких общих встречах. И хочу пожелать вам, чтобы вы, если вы поняли то, о чем сегодня все говорили, я в том числе, то постарайтесь сделать следующее. Если вы хотите с нами сотрудничать, даже если вы хотите по строительной специальности сотрудничать, да, ничего вам сегодня не мешает сотрудничать с нами в плане как партнер компании по привлечению, средств и привлечению людей в нашу компанию. А это основа, это 5 рандеву в день. Вот начните проводить 5 рандеву в день. И как я всегда говорю, да, вот даже тот же Даниар, да, или как, может, неправильно назвал, что, в строительстве хотел бы. Вот, дорогие друзья, я электрик, моя первая специальность – это электрослесарь подземный. Шахтер – моя профессия первая, да. Вторая профессия у меня – матрос-моторист первого класса. Так я вам хочу сказать, лампочку гораздо сложнее поменять, чем заниматься нашим бизнесом. Почему? Потому что на лампочку нужно поставить какую-то, вот здесь сегодня у меня лампочки, да, у меня не было лестницы этой, нужно было там идти на улицу, а дождь идет. Я поставил лавочки такие, да, скамеечки, лавочки, и встал и начал менять. Можно уже упасть, может током ударить, да. Но я-то знаю, как менять, поэтому током меня не ударит, даже с включенным освещением. Кого-то может
путь ударит током. Может, неправильно станет на лавочку, упадет и разобьется там голову. Это гораздо сложнее. А если говорить там вообще, вот если ты как электрик работаешь, или строителем даже камень ложить, вот кирпич ложить, его еще нужно правильно уметь ложить. Да? Так вот, что у нас, в чем простой бизнес? Мы должны поставить себе идею. Наш бизнес строится на том, что мы говорим людям о том, что нам нравится, что Skyway это классно, это технология новая, прорывная, да, что можно изменить свою жизнь, можно реализовать свою мечту за очень короткий срок с помощью компании Skyway Invest Group, которая создала бизнес-систему с помощью интернет-технологий, с помощью коммуникационных технологий. Да, и можно этому научиться. И вот 5 людям в день об этом рассказать. Все просто. Ты берешь ручку, ты берешь листочек и ты рисуешь. Ну, открываешь еще, может быть, компьютер и показываешь несколько видео. Нажимаешь некоторые кнопочки. Током тебя здесь не ударит, ну, никак не ударит, да? Ручка у всех есть, листочек у всех есть. Маркетинг-план нарисовать можно, показать, какие доходы можно, как мечта реализуется можно. То есть ты можешь научиться и пересказать, дорогие друзья. Это самая простая профессия и самая высокооплачиваемая в мире. Гораздо проще любой строительной, любой инженерной, любой специальности, вот, которую я перевел. У меня вот первая специальность, говорю, это электрослесарь подземный. Вторая – это матрос-моторист первого класса и незаконченный у меня штурман. Мне еще одно нужно было сдать, я стал бы капитаном дальнего плавания. И экономика-правовой. Я поступил одну сессию в Донецкой государственной академии. Я ушел, сессию прослушал, сказал, да нафиг мне экономика-правовой, вообще там ничего, то, что мне нужно, не дают. И поэтому как бы, у меня закончено как бы, экономическое, вот правовое, юрист-экономист, скажем так, юрист-бухгалтер, скажем так. Да? И там гораздо сложнее процессы идут, чем мы с вами делаем работу. 5 рандеву в день. 5 рандеву в день, это, ну, пускай вот 2 часа вы потратили, пригласили знакомых там на чайке, своего наставника пригласили через скайп, чтобы он провел вот так вот. 5-10 минут встречу, а вы потом покажете видео и попьете чай, кофе и скажете, ну что, ребят, давайте что-то будем придумывать, да? Потом пригласили на вебинар, потом пригласили, может быть, в офлайн-конференцию. 5 рандеву в день, ребят. Это всего лишь 1.5 часа, 2 часа в день. Максимум. Простая работа. И самая высокооплачиваемая работа в мире. Вот к этому я вас призываю. И этим работой может заниматься каждый, любой из вас. Ничего сложного нет. Да, сложность только поверить в свои собственные силы, стать совсем другой личностью. Для этого у нас есть вебинары по личностному развитию, курсы есть по личностному развитию. Вот это сложно. Но работать и говорить с людьми просто, дорогие друзья. И вы можете получать большие чеки, такие как Арман Хмурниц, такие как Джамиля, такие как другие лидеры. Вы можете стать миллионером за очень короткий промежуток времени. От 2 до 5 лет, если вы никогда не работали в этой системе. И если вы работали в этой системе, за 12-максимум 24 месяца. То есть даже от 8 до 17 месяцев вы можете стать миллионером. И здесь уже реализовать все свои мечты, дорогие друзья. Так что мечтайте и действуйте. И хочу вам сказать, дорогие друзья, что у нас во главе, у нас стоит самый крупный, самый такой вот крупный мечтатель, я думаю, 20 века, 21 века, тогда еще не, который не предал свою мечту в течение 40 лет. Поэтому реализовывайте и вы свои мечты за очень короткий срок благодаря компании Skyway и фонду Skyway Invest. Всего доброго, пока-пока. Всем всего самого наилучшего.